Добрий вечір усім, хто з нами, усім, хто по цю та по той бік екрану зібрався для того, щоб провести наступні дві години разом з нами, разом з програмою «Контраргумент» на Миколаївському обласному телебаченні. Як завжди, по четвергах о 19:30 ми говоримо про найактуальніше, про найважливіше, про те, що має значення для кожного з нас. І, як завжди, знову ж таки, ми говоримо про це з людьми, які можуть дуже компетентно, дуже докладно і дуже відповідально відповідати на ті запитання, які ми тут обговорюємо. Також на ваше запитання, шановні глядачі, адже за півгодини ви вже побачите на екранах телефони прямого зв'язку і зможете зателефонувати просто безпосередньо в студію. Крім того, якщо є проблеми з тим, щоб дозвонитися, будь ласка, на сайті в Ніколаєві інфо ви також, до речі, можете подивитися нашу пряму трансляцію, а трохи згодом, завтра десь після обіду, вже побачите і запис цієї програми. Також на Фейсбуці, на нашій сторінці, ви можете задавати питання або на сторінці, або безпосередньо на моїй особистій сторінці. Там я побачу, прочитаю і озвучу їх в студії. Сьогодні ми говоримо про тіньову зайнятість. Ми вже декілька програм присвятили тому, що говорили про бюджет міста, області, про те, як він наповнюється, говорили про те, звідки беруться гроші і чому їх немає. І я думаю, що сьогодні у такому складі, а ви трохи згодом побачите, що у нас надзвичайно сьогодні компетентні як експерти, так і гості, ми можемо дізнатися багато чого цікавого, дуже багато чого цікавого з'ясувати, роз'яснити для тих, хто чогось не розуміє. І знову ж таки піти звідси з відкритими запитаннями, з відкритим розумінням того, що не все тут можна вирішити в студії, але ми принаймні наблизились хоча б на крок до вирішення тих питань, які є для нас найважливішими. І саме зараз час представити ті, хто зібрався тут для того, щоб провести з нами наступні дві години. Будь ласка. Про все це ми будемо говорити сьогодні з нашими експертами. Перший гість – Дмитро Прокоф'єв, начальник Державної податкової інспекції у центральному районі міста Миколаєва, головне управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Доброго вечора. Добрий вечір. Юрій Степанець, заступник міського голови міста Миколаєва. Вітаю вас. Руслан Жовтоножко, директор Ленінського районного центру зайнятості міста Миколаєва. Добрий вечір. Його колега, директор Корабельного районного центру зайнятості Миколаєва Людмила Алпєєва. Добрий вечір. Ірина Аржаткіна, головний спеціаліст відділу платежів до пенсійної системи управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Вітаємо вас. Переходимо до наших експертів. Перший майданчик – Олександр Чхайло, голова правління громадської організації «Альянс демократично-правового руху». Олексій Кочубей, директор юридичної фірми «Advice Consult». Ольга Купчишина, заступник начальника Державної податкової інспекції у Центральному районі Миколаєва, головне управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Вітаємо вас. Володимир Євсєв, керівник Миколаївського обласного фонду підтримки підприємництва, декан Південної бізнес-школи. Переходимо до другого майданчика. Ігор Пох, миколаївський журналіст, публіцист. Олександр Ухмановський, політтехнолог. А також закриває наш список експертів Олеся Хабловська, начальник юридичного відділу Миколаївського обласного центру зайнятості. Ось така у нас сьогодні команда. Дивимося далі. Надзвичайно потужна і надзвичайно компетентна команда. І тому я впевнений, що усі питання, які ми сьогодні будемо обговорювати, і всі питання, які ви задасте нам трохи, можете починати прямо зараз через Фейсбук в ході цієї програми, ви зможете отримати на ці питання надзвичайно компетентні відповіді. Ну і знову ж таки за традицією, перш ніж передати по хвилині кожному з наших гостей, я хочу запропонувати ще один сюжет, який цього разу підготував Олександр Молодцов, мій співведучий, який від глобальних узагальнень Федера Бондера приведе нас до більш конкретних речей. Будь ласка. Сьогодні тіньовою зайнятістю нікого не здивуєш. Вітчизняні реалії такі, значний сегмент економіки змістився в тіньовий сектор. Причини очевидні – економічні негаразди, нестабільність у податковому законодавстві і порівняно невисокий рівень офіційної середньої заробітної плати. Чимало роботодавців зі зрозумілих міркувань через різні схеми уникають легального використання робочої сили. Самі працівники часто не проти. В тіні, за різними оцінками, перебуває близько половини зарплат українців. Гнітить те, що багато хто сприймає такий статус-кво як належне. Але держбюджет щорічно втрачає мільярди гривень
гривень несплачених податкових коштів. Як результат, люди похилого віку позбавляються нормальних пенсій, хворі – лікарняних, безробітні – фінансової допомоги. Без належного фінансування залишаються інфраструктура, дороги, дитячі садки і школи. Такими застереженнями рясніють мас-медіа, бікборди та плакати від податківців і центрів зайнятості. Сьогодні питання набуває дещо іншого забарвлення. Нині частка громадян, які мають право на отримання різного роду соціальної допомоги від держави, зростає. Але ті з них, які працюють, не будучи працевлаштованими відповідно до законодавства, жодним чином не беруть участі у наповненні казни. Але в той же час вони претендують на отримання допомоги, і відповідно до закону вони її отримають за кошти бюджету, який внаслідок тіньових оборудок у минулі роки недоотримував до 200 мільярдів гривень. Тим не менше, якби це явище не було вигідним і прийнятним для більшості гравців ринку праці, то воно б не було таким поширеним. Всі працювали би прозоро і законно, але в житті чомусь не так. Конвертна оплата праці вигідна як працівникові, він отримує більш високу зарплату, так і роботодавцю, який уникає обтяжливих процедур оподаткування. У програші лише державний бюджет. І ті громадяни, які від нього залежні. Самі підприємці вбачають такі шляхи протидії тіньовій зайнятості. Спрощення системи адміністрування податків і податкового законодавства загалом. Заборона внесення змін протягом декількох років, унормування відрахувань до соціальних фондів і покращення якості державних послуг. Тим не менше, попит на незадекларовану працю зберігається. Отже, за традицією, по хвилині кожному з наших гостей, для того, щоб окреслити свою позицію щодо теми, яку ми збираємося обговорювати тут, на початку нашої програми. Будь ласка, Дмитро Ігорович. Ну, я, як зі своєї сторони, як роботник там, фіскальної служби, да, в прошлому бізнесмен, можу слідуюче сказати. Да, ми всі знаємо і розуміємо, що там, по різним оцінкам різних експертів, дійсно, там, до половини нашої там, економіки знаходиться на сьогоднішній день в тіні. И в том числе, и это касается занятости населения. То есть, либо люди вообще не оформлены на работу многие, либо они там оформлены на какую-то минимальную заработную плату. Да. С чем это связано? Это связано в первую очередь с там, да, большой нагрузкой на фонд заработной платы. Мы как бы это везде слышим и понимаем. Но вот в этом году, с 1 января, то есть шаг навстречу бизнесу в этом плане от государства все-таки сделан. Согласитесь, что единый социальный взнос, он уменьшен в два раза, да, то есть, и, соответственно, то есть государство ждет сейчас от бизнеса какие-то шаги навстречу в увеличении там официальной зарплаты, да, с которой будет там практически там, если увеличить зарплату в два раза, то налогообложение останется таким, как оно было, вот, то есть это первая проблема, но я считаю, что также непосредственно наемные работники, они должны от своих работодателей также требовать официального трудоустройства, потому что, как в сюжете звучало, что это на руку и работодателям, и наемным работникам. Я не совсем соглашусь, потому что все-таки наемные работники, они больше заинтересованы в том, чтобы у них была высокая официальная заработная плата, потому что это их какие-то социальные гарантии, это их пенсии в будущем. И, соответственно, они в этом заинтересованы. Они должны требовать, там, я не знаю, просить, объяснять там, своим руководителям, что все-таки зарплата в конвертах – это неправильно, и надо платить нормальную официальную заработную плату. Тем более, сейчас, сюжет по этому поводу. Да, тем более, что сейчас я говорю, что первый шаг от власти бизнесу сделан. И теперь, соответственно, вот, очень интересно, как бизнес отреагирует и действительно ли, как ожидается, официальные зарплаты увеличатся хотя бы там, ну, два раза. Спасибо. Юрий Борисович, вы как единый в нескольких лицах, как минимум в двух, то есть вы с одной стороны совсем недавно прошел налоговик, с другой стороны вы сейчас в аппарате городского головы отвечаете за предпринимательство. Ну, кому как не вам эту тему обсуждать? Продолжу. Дмитрий, высказывание. Конечно, проблема очень большая. Занятость населения, легализация занятости населения – это… И то, что власть сделала первый шаг навстречу нашему бизнесу, это хорошо, что уменьшили нагрузку на фонд оплаты труда. Но очень часто слышишь от бизнеса, что почему не платят налоги, потому что власти просто не доверяют. Если мы платим налоги, то вы воруете там, и непонятно, куда эти налоги уходят. Наша задача как власти – вернуть доверие людей к себе,
прозрачно показывать, когда эти налоги уходят действительно. Я считаю, что у нас новый мэр, молодой, энергичный, ничем себя не запятнавший. Думаю, сделаем работу городской власти предельно открытой, чтобы каждый человек, горожанин наш, увидел, куда уходит каждая копейка налогов, которую он платит в бюджет. И я считаю, что если так оно будет, возможно, и люди повернутся к власти лицом и будут платить налоги в полном объеме, что все должны понимать, что это деньги, которые уходят на социальную сферу. Каждый ходит к врачу лечиться. Если что-то случится, мы обращаемся к ту же милицию, к тем же пожарникам звоним. Они должны получать зарплату из бюджета. Наши дети ходят в детские сады, где заведующие, воспитательницы также должны получать зарплату достойную, если хотят, чтобы дети нормально относились и нормально их воспитывали. Поэтому наша задача – открытость, чтобы люди видели, куда тратится каждая копейка. Ну а задача наших предпринимателей, нашего бизнеса – платить эти налоги в полном объеме бюджета. Спасибо. Через 15 минут сюда обрушится шквал звонков, я не сомневаюсь, а потом по тем скептическим ухмылкам, которые бродят по лицам наших экспертов, я понимаю, что им уже есть что сказать. Пожалуйста, Руслан Алексеевич. Ну, уже, как говорить, от центра занятости, да, мы делаем свою работу. В Ленинском районе больше 15 тысяч зарегистрированных предприятий. 200 только вакансий. С многими руководителями предприятий я встречаюсь и заявляю одно. Ну, были завязаны с Российской Федерацией, да, с работы. Естественно, нам там туда перекрыто, туда они, потому что идет война, туда нет никаких поставок. Люди не могут перестроиться, нет возможности, идут сокращения. На нашей территории есть еще укроборонпромовские предприятия, которые тоже не могут работать. Нету специалистов. Молодежь не хочет идти на маленькую зарплату. У нас некоторые приходят, становятся на учет, у них больше получают пособие, чем они пойдут зарплату получать. Они не хотят идти. Очень многие у нас, стоящие на учете, работают неофициально. До 2014 года мы имели право проверять с администрациями, ходить и проверять, выявлять нелегально работающих. Сейчас у нас этого нет. У нас забрали это все. И как бы нам, мы должны это устроить, и мы видим, где-то визуально догадываемся, что где-то человек может и работает неофициально, но мы ничего не можем сделать. У нас убрали все там рычаги, хоть как-то повлиять. Достучаться до совести наших безработных невозможно. Вот почему-то народ такой стал. Тот, кто хочет прийти и устроиться на работу, он приходит и устраивается. У кого-то там уже ситуация безвыходная. Но кто не хочет, имеет где-то доходы, видно, что он работает. Он спокойно стоит у нас на учете, и на этом все заканчивается. Вот такая ситуация. Как бы очень много перегибов, очень много. Нас запретили там, с 2014 года, по приходе Яценюка, запретили все проверки. Все. С одной стороны, предпринимателям это хорошо, это класс. Но с другой стороны, наши предприниматели, с одной стороны, начали наглеть. Как я в прошлом тоже предприниматель, я знаю эту всю ситуацию. Спасибо, Людмила Григорьевна. Я дополню Руслана Алексеевича. Корабельный район, конечно, специфический район, не такой большой, как Ленинский район. Есть, конечно, крупные предприятия у нас, но на сегодняшний день Никотера, спецпорт Октябрьский, который, они обеспечивают кадрами себя сами, потому что у них своя есть база своих кадров, которых они обучают, у которых они стоят для того, чтобы пойти потом на работу. Когда сейчас вот обращаются к нам, конечно, мы пытаемся заполнить эти вакансии. Очень хорошие заработная плата. Да, то есть сегодня к передаче я посмотрела уровень заработной платы по Украине. Николаевская область занимает 7-ю позицию. Казалось бы, хорошая заработная плата в Николаевской области, но к нам поступают вакансии, в основном это минимальная заработная плата или там полставки, и, конечно же, человек приходит, хочет, если только есть вакансия с достойной заработной платой, нет никаких проблем, вот действительно, несколько дней мы человека трудоустраиваем, подбираем его, если он соответствует квалификации, соискатель работы, предлагаем работодателю, никаких проблем нет. А если вот люди приходят с высокой заработной платой, согласно закону, мы не имеем права предложить ему зарплату ниже. Мы ему, естественно, предлагаем все услуги, но он, естественно, отказывается. Получая пособие в 5500, он не пойдет на зарплату в 1378, там минимальную или еще какую. Конечно же, и те люди, которые хотят работать, особенно молодежь, которая приходит на сегодняшний день, они соглашаются на любые условия работодателя. Они не думают сегодня о социальной защите и даже не хотят слушать о том, что задача центра занятости на сегодня – проводить активность.
активную информационно-разъяснительную работу. Вот Руслан Алексеевич сказал, до 2010 году указом Кабинета министра были созданы вот, комиссии по легализации, и городская была комиссия по легализации, районная комиссия по легализации, входили представители налоговой, представители социальной защиты населения, инспекция по труду, центры занятости. И хоть наша роль была в чем? Что мы приходили и сказали, что посмотрели, приняты ли люди легально на работу. И согласно старого закона, физические лица-предприниматели оформляли договора через центры занятости. То есть приходит человек, наемный рабочий, приходит работодатель, и заключались договора на центре занятости. Мы тоже каким-то образом влияли на этих людей. На сегодняшний день рычагов нет. Но активно центр занятости проводит только на сегодняшний день. К сожалению, так разводим руками, проводим только разъяснительную работу. И хотелось бы мне, может быть, вот смотрела тоже сегодня очень многие сайты, и надо, наверное, нам, может, в большей степени поднимать вопрос вот такой социальной рекламы, что нелегальная занятость – это плохо, что я буду работать только согласно закону по трудовой книжке или по трудовому договору. И тогда, конечно, потому что мы должны все равно думать о будущем. Спасибо. Ирина Александровна, пожалуйста. Я как работник пенсионного фонда могу отметить, что в последнее время усилилась тенденция того, что люди, обращающиеся к нам, уже имеют повод обратиться. Наступил пенсионный возраст, а страхового стажа, к сожалению, очень большой категории населения сейчас не хватает. Очень большая часть населения перешла на стезю предпринимательства. А так как эта часть населения одно время не была охвачена настолько нашим законодательством, допустим, те, кто работали на упрощенной системе налогообложения от единого или от фиксированного патента, поступали определенная часть денег, которая не давала полного права на стаж. И теперь людей не хватает страхового стажа. Люди могут, как они считают, проработать очень много, но страхового стажа, то есть того периода, за который был проплачен взносы лично ими или предприятием, им не хватает. И сейчас это очень большая проблема, к сожалению. Спасибо. Ну, тут как бы возникло сразу несколько вопросов. Я вот озвучу парочку из них, просто для того, чтобы они как бы стали поводом для размышлений. Первое, это вот на слова Юрия Борисовича. Придет к власти ангел с белыми крылами, не будут платить налоги. Отмазки это все. По поводу не знаем, куда идут налоги. Те 500 гривен, которые должен заплатить частный предприниматель, не перекрывает траты на него бюджета. Поликлиника, школа, детсад, админуслуги, не говоря о полиции и судах. Так что все это отмазки и лукавство, экономия в тяжелой конкурентной обстановке, сдача государства равна от всех, чтобы платили все. Тогда не будет недобросовестной конкуренции со стороны неплательщиков. Но тогда рост цен при низкой неплатежеспособности населения. Это вот как бы люди нас смотрят и уже реагируют. Кроме того, я хочу сказать в ответ на слова Дмитрия Игоревича, что происходит замечательная ситуация. Да? С одной стороны, вроде бы снижается вот этот самый налоговый пресс на работодателя, на предпринимателя. А с другой стороны, ведь на ту сумму вот уменьшения единого социального взноса не увеличиваются зарплаты у сотрудников. То есть это мне напоминает историю о том, как в апреле, если не ошибаюсь, или даже, по-моему, нет, в марте, кажется, 2014 года Николай Павлович Романчук под камерой собрал руководителей предприятия перевозчиков и сказал им: вот вы раньше носили деньги, я даже знаю, какие суммы, знаю кому, так вот, все, с сегодняшнего дня носить прекращайте. Он говорит: кому теперь носить? Никому не надо носить. Теперь вкладывайте в развитие. Давайте больше зарплаты вашим сотрудникам. В развитие деньги не вкладываются, зарплата сотрудникам не увеличивается. Я готов допустить, что какое-то время они никому ничего не носили. То есть они сказали: ой, класс, по миллиону теперь можно экономить в месяц. Нормально, дурачки деньги у нас не берут. Я думаю, что приблизительно таким же образом многие предприниматели размышляют по поводу тех, кто снизил им так называемый налоговый пресс. Однако и ваши слова относительно того, что люди должны думать, люди должны как бы вот рассчитывать свои пенсии, мне тоже кажется, в общем-то, не у многих вызывает сочувствие, потому что, во-первых, согласитесь, что пенсия без стажа и пенсия со стажем настолько незначительно различаются, что
ради 100 гривен в месяц отдавать государству свои кровно заработанные. Ну, это вот, в общем-то, ответы на те риторические вопросы, которые прозвучали в самом первом сюжете Федора Бондара. Да, вот почему, собственно говоря, например, наши законодатели могут неделями, месяцами не ходить на работу в сессионный зал и прекрасно получать зарплату со всеми льготами. Почему в таком случае мы должны выполнять те законы, которые они нам там между делом пишут на коленке? И, собственно говоря, вот отношение людей ко всему сказанному вами я предлагаю послушать прямо вот из нашего опроса. Пожалуйста. На данный момент я работаю неофициально. Да, ну как бы официально, по-моему, в наше время это не актуально, походу, уже. Официально сейчас я работаю за маленькие деньги, а большие у нас из города никто не платит. Да, готова. А готова неофициально, ну потому что времена сейчас такие, выжить надо. Да лучше неофициально за большую. А почему? Ну, денег больше хочется, не хватает всегда. Я официально за маленькие лучше, ну я так в принципе и работаю, ну небольшие получаю. Не сильно большая нагрузка, в принципе, ну, можно было бы и больше. Готова и за официально, и за неофициально. А почему? Это не принципиально для вас? Ну, в принципе, принципиально, но я считаю, вообще эту систему надо как бы пересматривать. Итак, Владимир Борисович, вы все начало нашей программы так многозначительно и так ехидно улыбались, что я думаю, что вам таки не просто есть что сказать, а есть чем порвать эту студию. Пожалуйста. Я извиняюсь, если это было... Нет, на самом деле это было очень уместно. Да, не собираюсь рвать студию, я абсолютно согласен со всеми гостями, которые высказали свою позицию. Кроме того, что как минимум предприниматель – это спаситель нашего общества сегодня. Давайте будем называть своими именами то, что происходит сейчас в стране, которая погружена в долгосрочную, в долгосрочный кризис, который называется украинская депрессия. Тоже можно называть это все своими именами. Абсолютно правильно говорит Дмитрий, для того, чтобы один из путей найти выхода из ситуации теневого рынка труда, необходимо, чтобы работник сам был заинтересован в этом. Не предприниматель, а именно работник. Но тогда работник должен, как правильно говорили уже, он должен понимать, почему ему эта зарплата нужна. Официальная. То есть он может оплатить продукты питания, он может купить себе необходимую одежду, он может оплатить коммунальные услуги, он может взять машину в кредит там, или ипотеку, и у него еще останутся деньги. И само собой разумеется, он тогда готов платить налоги, которые пойдут в том числе и на его на пенсионный фонд. А на сегодняшний день мы четко понимаем, что максимальная пенсия, которую может государство гарантировать в ближайшие десятилетия, будет находиться где-то на пределе $50 и все, вне зависимости от того, трудишься ты или не трудишься. Нет, я, конечно, понимаю, что определенные когорты, прокуроры, судьи и так далее, у них другая когорта, это другой уровень обеспечения. Но мы говорим о массе наших людей. Ну, это другая параллельная реальность вообще. Совершенно верно, другая реальность. Мы говорим о нашей реальности. То есть для того, чтобы были радикальные изменения на рынке труда, необходимо изменять социальные стандарты. Предприниматели наши и наши граждане очень трудоспособные и очень трудолюбивые. Мы с вами это знаем по тем 5-7 миллионам граждан, которые сейчас работают на теневом рынке за рубежом. И которые в том числе, благодаря своим перечислениям, поддерживают эту страну, не позволяют ей свалиться полностью в коллапс. Поэтому нужная работа однозначно пенсионного фонда, службы занятости, однозначно не может не работать налоговая над тем, чтобы взывать в том числе к добропорядочности, что давайте платить налоги. Но самое главное заключается в том, чтобы предприниматели это хотели делать, чтобы люди не уклонялись. Вот готовясь к передаче, я провел опрос среди тех людей, с которыми я общался за эти 2.5 дня. 73 человека активного возраста. Я задавал один и тот же вопрос, насколько вы контактируете с рынком труда? 85% в той или иной степени, от 100% до 25% контактируют с теневым рынком труда. Они хотят жить всего-навсего, выжить сегодняшним днем, а не то, что будет потом. Тут вот наш зритель, сейчас секунду, я вижу, Дмитрий Игоревич, один наш зритель написал тоже,
на рынке труда такая конкуренция, что на нормальную зарплату, не теневую зарплату, огромное количество желающих. И если работник начнет капризничать, работодатель просто возьмет другого, согласного на такие условия. Дмитрий, пожалуйста. Понимаете, получается какой-то замкнутый круг. Да? То есть, с одной стороны, что нам нужно для того, чтобы нас официальные зарплаты увеличились, да, и вышли из тени. Нам нужна как бы нормальная нагрузка на фонд оплаты труда. Да, то есть видим снижено. Да. В то же время, вот как говорят, что у нас большинство предпринимателей думают, та не платил там при минимальной, еще ниже класс, сэкономлю, еще меньше платить буду. То есть они как бы тоже должны понимать. Мы говорим, хотим дороги, да, хотим. Вот я очень часто как бы беседую там с плательщиками, которые приходят, да, и тоже мне рассказывают, а куда там идут эти деньги, то там их воруют, там и то есть. Я говорю, подожди, ну если извини. Ты там, у тебя компания там с огромным оборотом, ты ни копейки не платишь, у тебя там директор оформлен получает там 2000 гривен, хотя мы понимаем, что он там 20 у тебя получает в конверте, образно выражаясь. Откуда тогда вообще изначально? Да? То есть распределение этих денег — это отдельный вопрос, давайте не путать. Первое — это мы хотим дороги, мы хотим детские садики, мы хотим крыши, мы хотим улицы от снега почищенные, а возникает вопрос, на какие деньги это делать, если не платить налоги. Поэтому каждый гражданин, я говорю, я сам был предпринимателем, должен понимать, что не будем платить налоги, не будет в стране ничего. Ну, это закон как бы жизни, да, это всем понятно. Вот. Поэтому изначально как бы все это должны понимать, да, то есть и предприниматели, и бизнесмены, и работодатели, и наемные работники это должны понимать. У них должна быть какая-то государственная позиция, а не то, что я не заплатил, но все классно, а как-то эти проблемы без меня решатся. Вот. Потому что у нас, к сожалению, такой менталитет. Я вот захожу, у нас сейчас отчетный период у предпринимателей, да, я захожу, вот простой пример, да, говорящий о многом, захожу в центр обслуживания плательщиков, стоит очередь, 100 человек там, ну, наверное, не меньше. Я им задаю вопрос, люди, объясните мне, почему вы не пользуетесь, ведь эти отчеты можно сдавать в электронном виде, не стоять в очереди. Одна женщина мне отвечает, да ничего, раз в год можно и постоять. Другая отвечает, так там я пробовала, что-то не работает. Я говорю, а вы говорили о том, что там что-то не работает. Ну, то есть вот такие вот моменты, да, они как бы говорят о многом. И у нас в итоге из 10 тысяч предпринимателей, 2 тысячи сдают там отчеты в электронном виде, хотя это сделано для их удобства, за это не надо платить ничего. Но они, тем не менее, стоят и ждут. Да, вот, казалось бы, вопрос, почему? Ответить не могут. Ответить на вопрос? Ответь. Очень просто. У меня 2 высших образования. Да. 2. Мой товарищ сисадмин, системный администратор. Мы получили эти ключи 2 года назад с центрального налога. Да. Ни один, ни второй не смог ими воспользоваться. Саш, ну... Если говорить про рядового человека, обычного юзера, понимаете, никто не сможет ими воспользоваться. Потому что при этом есть платные программы, пожалуйста, за деньги, идеально работающие. Но государство вложило массу денег налогоплательщиков. Массу денег. В 3 раза дороже, чем стоит этот софт. Для того, чтобы сделать Г, которым пользоваться нельзя. Именно поэтому люди, в принципе, ходят бумажно. Кроме это того, недоверие к этой электронной системе. Вот, недоверие, бумажка опять. Есть бумажка. Из 10 тысяч, 2 тысячи сдали в электронном виде, сдали. Все. Если ты говоришь, что что-то не работает, приди, скажи, это наша проблема, мы будем там уже выходить на киевский уровень, там объяснять, да, что оно не работает. Но не просто ж не работает, та и значит, так оно и должно быть. Я думаю, вот, дайте я попробую внести некую ясность. Я думаю, что на самом деле здесь есть вот то самое недоверие, о котором говорит Дмитрий Игоревич. Те, кто столкнулся с неработающими программами, не верят, что если придут и скажут, это какие-то принесут результаты. Но в таком случае, у нас есть человек, руководитель, который, по крайней мере, отвечает за свою центральную налогу и говорит, придите. И я думаю, что ничего нет лучше, чем прийти и сказать, у меня не работает, а потом позвонить нам сюда на передачу и сказать, да я приходил, мне не помогло. Ну, тогда, по крайней мере, настанет момент истины. Пожалуйста, Алексей. Привести пример момента истины. И как раз привязка к центральной налоговой. Правда, это не связано с ключами и отчетностью, но тем не менее, все равно это не связано с ключами, но это связано с отчетностью и именно конкретно с регистрацией налоговых накладных. Конкретный случай из моей практики. Предприятие в электронном виде не может зарегистрировать налоговые накладные, то есть получает электронный отказ.
Много раз представитель этого предприятия посещает, простите, и на центральную налоговую. Много раз ему в ответ пожимают плечами. Отдать ответа не может никто. Предприятие обращается с письменным запросом на центральную налоговую. Как называется предприятие? Тема передачи, конечно. После передачи, я думаю, Алексей скажет. Ну, естественно, после предприятия. Уже совершенно бессмысленно, потому что предприятие просто сдохло. Вот прямо. Предприятие обращается с письменным запросом в центральную налоговую. Претензия, кстати, не к центральной налоговой, на самом деле. Я сейчас доскажу до конца. Обращается с письменным запросом в центральную налоговую. Центральная налоговая отвечает о том, что она за базу, за программу регистрации налоговых накладных не отвечает. Не она является, не она ее ведет, и поэтому она помочь не может. Интересно дальнейшее, что предприятие обращается в государственную фискальную службу и получает ответ на этот запрос на трех листах, суть которого, в принципе, фактически сводится к одному. Знаете, программа достаточно свежая, она еще не апробирована, и очевидно, ваша ситуация вкладывается в вот эти вот недоработки программы. То есть предприятие не может зарегистрировать налоговую накладную, соответственно, ее деятельность закрыта. То есть все, дальше работа не может. Не зарегистрировав 3-4 налоговых накладных, ее клиенты больше воспринимать не будут. Все, вопрос не к центральной налоговой, вопрос к Алексей, системе. Алексей, наши зрители комментируют, бухгалтер с 20-летним стажем, да, программа Г, а деньги налогоплательщики оплатили. Вот и доверие. Опять-таки, Дмитрий, не к вам вопрос. Александр, пожалуйста, Ольга Анатольевна. И у нас есть что сказать нашей службе занятости. Подчеркиваю, мы говорим о теневой занятости, а не о багах в программах. Пожалуйста. Добрый вечер, зрители. Добрый вечер, студия. Безусловно, на теневую занятость влияет налоговая политика. Я не хочу сегодня здесь, как говорится, говорить, кто плохой, кто хороший. Действительно, мы собрались для того, чтобы как-то решать проблему в нашем городе. И мы прекрасно видим, я не буду брать предприятия, либо какие-то учреждения, я возьму простых людей, кто называется стихийно торгующий. Это есть большая проблема нашего города. Это есть и граждане, которые понимают, что не пойдут уставиться, потому что им, стоя на бордюре, можно заработать больше. Они идут в рынки, потому что рыночный сбор несоизмерим с тем, что они, с того, что они заработают. Вот мне бы хотелось бы понять, как вот мы в своем городе, мы могли бы наладить систему либо социальных рынков, либо каких-то социальных налоговых отчислений, чтобы позволить этому рынку снизить рыночный сбор, позвать туда всех наших этих граждан и дать им возможность первый год реализовать себя, реализовать свою продукцию. Социальный рынок, вот мое предложение такого, как бы оно было, поддержать даже село национального нашего производителя. Они бы ночью приезжали или как-то приезжали, сдавали бы свою продукцию, она бы сортировалась, днем бы она продавалась именно тем социальным рынком, который бы... Честного частника, который выращивает свою продукцию. Честных частников. Этим мы поддерживаем национального производителя, то есть жители села, ихнюю продукцию. Они те, которые приезжают в село, собирают у них молоко за копейки, мешают с пальмовым маслом и продают нам как хорошее молоко за дорого, уничтожая и село, и национального производителя, и заставляя эту систему выходить людей вот на бордюры. Вот, Дмитрий, можно вам вопрос, как быть нам в нашем городе с социальными отчислениями? Я думаю, что Дмитрий, скорее к Юрию Борисовичу вопрос. Давайте я прокомментирую данный вопрос. Да, действительно, есть у нас ряд рынков, где, вы правильно отметили, есть запредельная аренда, но она касается тех предпринимателей, которые имеют стационарные помещения, которые периодически приходят жаловаться, что дирекция рынка поднимает не божно эту аренду. Ну, как пример, вот Юлиана Сервис, там наш рынок на Дзержинского. 4000 гривен аренда в месяц. Я говорю, у вас там был хороший профсоюз, говорю. Давайте соберитесь с профсоюзом, мы пригласим руководство рынка, побеседуем. Не, ну вот некоторые города, я слышал, пошли по пути освобождения рынков от налогов. Освободили от налога на землю, чтобы они снизили аренду. Конечно, это депутаты должны продумать, решить, если мы освободим рынки от аренды, снизят ли они аренду для предпринимателей. Юрий, знаете, я вот прокомментирую рассказ. Ваш ответ – история и собственная практика. Когда-то я был главным редактором газеты «Крусреклама», потом «Новая Николаевская», и вот, ну, как бы те, кто занимался газетами, они знают, что распространители, так называемые, те, кто продают газеты в розницу, они на самом деле могут убить любое издание или поднять его. Причем независимо от качества этого издания, просто вот это зависит от их желания. И мы выходим на рынок, газета новая, нам нужно раскручиваться. Мы ставим там очень невысокую отпускную цену. Там, условно говоря, там 5 копеек, они ее там продают за 15. Но мы видим, что газета как-то вот не уходит. Мы говорим, хорошо, там, давайте мы снизим там, до 3 копеек. Ну, будем явно демпинговать, но в расчете то, что они снизят, как бы, и цена будет конкурентной.
Они говорят, о, дурачки, класс, и продают по 15 копеек. Мы говорим, ребята, подождите, но мы же снизили для того, чтобы вы снизили вашу цену. Это наш коммерческий вопрос, не смейте сюда лезть. Хорошо, тогда мы поднимаем до 5 копеек обратно. Они говорят, вы нас грабите. Подождите, как грабим? Мы продаем, отдаем за то, что... Не, ну мы же уже привыкли получать, вот целых 2 недели мы же получаем больше. Они берут и к тем 15 копейкам добавляют вот эту разницу. Продают там, условно говоря, там, за 20, там, за 17. То есть... Я подозреваю, что то, о чем говорит Юрий Борисович, будет иметь точно такой же вот исход. То есть предприниматели, которых избавят от платы за место, скажут, нища, вот теперь мы классно заработаем. И начнут по-прежнему продавать по 4000 гривен место, но только уже совсем ничего не отчислять города. Да, систему контроля же никто не отменял. Нет, пожалуйста, да-да. По поводу Александра, вот поднял вопрос, что люди, которые там занимаются стихийной торговлей, да, и вот они там думают, зачем нам идти регистрироваться предпринимателями, платить этот единый налог, мы, да, заработаем больше. Они забывают одну простую вещь, да, что рано или поздно, там, я не знаю, пройдет год, там, 10 лет, мы все равно там построим какую-то там цивилизованную страну, цивилизованную экономику, в которой этот человек, который там торгует стихийно, ничего не платит, завтра купит в магазине телевизор, да, а послезавтра у него спросят, дорогой, а на какие деньги, да, на какой официальный доход ты купил телевизор, или машину, или квартиру, или еще что-то. Он сам должен быть заинтересован в том, чтобы зарегистрироваться и получать официальный доход. И на самом деле, если он станет на единый налог, на первую группу, то там 128 гривен в месяц, или сколько он там должен заплатить, это не такие большие деньги, да, чтобы он торговал стихийно, или он заплатит там 128 гривен в единого налога, зарегистрируется и будет также торговать. Я с вами согласен, да. Но только есть... он сможет официально показать свой доход, там 100 тысяч гривен в год или там 20 тысяч гривен в год, неважно, у каждого по-разному. Люди на самом деле не понимают, ведь очень часто вот даже предприниматели вот, крупные, да, у них там магазины, там занижают свой доход. Я вам говорю, объясните, а зачем это делать? У вас же все равно единый налог. Вы что покажете 200 тысяч, вы 200 гривен заплатите. Что покажете там 2 миллиона, все равно 200 гривен заплатите. Дмитрий, а вы читали мой пост по этому поводу? Читал. Вот, полностью объясняющий. Вот, то есть, да, я читал. Мы с тобой как раз на эту тему и дискутировали тогда, что сегодня 200 гривен, а после того, как я 2 миллиона покажу, покажут 2000 гривен. Опять же, возвращаемся к недоверию к государству, правильно? Но, извините, ну последние там сколько лет этот единый налог, он и был придуман, собственно, для того, чтобы оживить экономику, да, что люди это, ну, как бы... поняли, что заплатить там 100, 200, 300 гривен, это на самом деле немного, да, и легализовать свой какой-то официальный доход. И завтра тебя не спросят, я там не стихийно торгую, торгую на рынке, да, или там магазин у меня, я показал официальный доход, я купил себе машину, квартиру, там, я не знаю, телевизор, все, нет вопросов, заплатил налог честно и сплю спокойно. А кто занимается стихийной торговлей, он не сможет этого сделать. Я в качестве дрожжей, бродящей в Александре Чхайло аргументы, хочу добавить еще такую вот маленькую реплику, а потом передам слово не вам, а вот сюда, вот, а вы пока побродите вместе с этими дрожжами. Что у нас были неоднократные попытки создания вот таких вот честных рынков. Они всегда заканчивались тем, что сюда, туда все равно приходили перекупщики, расшвыривали тех, кто собирался торговать сам, и по-прежнему грели руки, говорили, о, дурачки, еще нам лазейку сделали. Подумайте на это, ребята, это моя реплика, и, пожалуйста, вот вы. Вот в при корабельной администрации есть комиссия по задолженности зарплаты. И я вхожу как вот представитель центра занятости, вхожу в эту комиссию. И знаете, что удивляет? Приходит работодатель, который задерживает зарплату, не выплачивает сотрудникам, и там такие приличные суммы, но при всем при том он ездит на шикарной машине. Как ты можешь доказать тем же людям, которые у него работают, что почему он не выплачивает зарплату? И я хочу сказать, вот мы ищем многие причины и перенимаем опыт других стран. Вчера буквально пришел на прием человек, который приехал недавно с Германии. Он говорит, да, очень сложно жить. Вот мой сын приехал, живет в Германии, но там обязательно сплата налогов. Говорит, они платят 46% налогов, но там убираются дороги, там вот настолько все
отработано, почему мы сейчас создаем опять вновь созданный уже велосипед? Можно, ну, действительно перенять опыт и знать от того. Я думаю, что, знаете, я по образованию учитель, я думаю, что все-таки нам надо вот развивать эту тему с детства, начиная, наверное, с детского сада, со школы, заставлять их говорить, что... А с детства она и развивается, когда, ну, сынок, возьми 500 гривен, вы же собираете учительницу на подарок, а иначе она тебе занизит оценочку, и ты не, ты получишь диплом в конце с плохими оценочками, ты не сможешь вуз получить. И, кстати, с директором ты вежливее, потому что если она захочет, то мне придется нести 2000 гривен. Сегодня в городе, вот опять, вот извините, что не выдержу, все говорят классные вещи, особенно Степанец, о том, что ну как же, надо же заплатить врачам зарплату, учителям. А Евсеев очень четко сказал: господа, сейчас смысл платить налоги, если мы эти деньги, люди на самом деле платят все налоги, не обижайте людей, платят напрямую взятку врачу, взятку учителю, вашим учителям, вашего городского бюджета. Сейчас подняли уже тему, собираюсь, сколько в каждой школе и детском садике платят деньги. Мы посчитали, по моим знакомым, 500 000 минимум в школу идет. Минимум каждый год. Так может это сделать официально? Так может быть, вы начнете, уберете вот этот налог коррупционный, и тогда люди поймут, что да, конечно, когда мне не нужно платить 100 гривен врачу, 500 гривен в школу, 150 каждый месяц в детский садик, вот эти 700 гривен я готов, чтобы у меня забрали в качестве налогов. Но вы лишаете возможности людей выживать, воруя эти деньги и позволяя этой коррупции действовать. И в то же время хотите, чтобы люди отдали еще. Нет, ну давайте все-таки внесем ясность. Я не думаю, что Юрий Борисович ворует эти деньги. Подождите, господа, вот у нас сейчас опять начинается такой бессистемный шум. Вот комментарий зрителя. Призывы к совести бессмысленны. Доходы перестанут скрывать только тогда, когда это будет невыгодно. Я полагаю, что то, о чем говорит Дмитрий, на самом деле это некий идеальный газ. Да, вот когда-то все-таки в нашей стране настанет такое время, когда это станет нормой жизни. Я думаю, что на самом деле не станет, потому что тут как бы даже не вопрос там, в 40 годах, чтобы там вымерло население, которое вот жило по тем принципам, потому что народится новое, а вот этот Моисей, как говорил Александр Викторович Панкевич, будут меняться регулярно. Я хочу сказать о другом. Вот есть, как казалось бы, вот жалко, мы приглашали депутатов, не смогли приехать, сегодня сейчас как раз сессионная неделя. Но, вот казалось бы, замечательное начинание – это страховая медицина. Ну, плати страховой взнос, сделайте страховую медицину обязательной, и тогда тебе просто невыгодно будет скрывать свои налоги, потому что свои доходы, потому что просто в случае болезни так у тебя решатся все твои проблемы, а так ты окажешься голый, босый, нищий перед лицом огромных трат. Мы знаем, что такое сейчас болеть. Но это же не к Юрию Борисовичу вопрос, это же не к Дмитрию Игоревичу, это не к любому из присутствующих здесь. А те депутаты, которые приходят, они красиво все рассказывают, они, знаете, так мудро по-державному кивают головами. Они говорят: да, конечно, мы донесем ваши слова туда. Где? И почему мы, когда они приходят сюда, ну, не обязательно в студии, они же выходят к вам, да, на разных там уровнях они общаются, почему вы не просто их не спрашиваете, а не говорите: да мы с вами вообще ни о чем разговаривать не будем, пока вы не приедете, не покажете ваши реальные дела, а не обещание когда-нибудь эти дела начать. Я вижу поднятые руки, давайте послушаем зрителя. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Лена Анатольевна, я регулярно смотрю вашу передачу, я пенсионерка. И вот вы знаете, каждый раз, смотря передачу, вот хочется услышать, что да, вот что-то произойдет, что-то изменится к лучшему, и мы будем все жить лучше. Но этого не происходит. И я считаю, это толчок в воду в ступе. Надо изначально менять все. Как поменять, я не знаю. Как говорила моя бабушка, всех на враг и расстрелять. Понимаете? Потому что менталитет наш не поменяется. Все равно те же самые государственные чиновники не поменяются. Депутаты лезут в Верховную Раду, в местные советы, куда угодно, ради своего интереса. Понимаете? Ничего не меняется. И нам от этого очень печально и обидно. И нам все время, вот молодежь говорят: вот вы жили при Советском Союзе, что вы понимаете, мы сейчас вот это все переделаем.
Да была стабильность. Была социальная защита. И вобла была. Была. Работа, была зарплата, вообще, я должен сказать, что вы занимаетесь утонченным самоистязанием. Вы уже 2 года смотрите программу, в которой ничего не происходит. Мне кажется, что у вас просто очень много свободного времени. Нет, я не имею в виду вашу программу. И сами выбираете этих депутатов. Да не хожу я на выборы. Не хожу я на выборы. Ну тогда вы тем более их выбираете. Не из кого выбирать, не из кого. Воспитайте, пожалуйста. Я поддержу зрительницу, скажу честно. Выбирать, я вас поддержу. Саша. Я вот Лена Анатольевна Саша, назову, Саша, да? Дайте мне микрофон. Я так понимаю, Лена Анатольевна, хочу к вам обратиться. Я вас абсолютно поддерживаю. Я тоже со своей гражданской позиции, вот молодой парень, я ходил изначально на выборы. Верил вот весь этот антураж. Я скажу честно, это антураж. Вот когда выборы станут честными, когда они будут равными, не когда олигархи оплачивают бигборды кому-то, либо какие-то детские площадки, а когда будет конкретика, будет лажа, тогда, может быть, наши депутаты не будут рассказывать красиво, а четко понимать, что они служат, что они пришли со своими. Ну как-то я поддерживаю вас абсолютно. Выбирать сегодня не Саша, вы не поверите, если вы не придете на выборы, если все мы не придем на выборы, то все те люди, которые это все делают, они там окажутся и именно этим и будут заниматься. То есть они будут получать с наших налогов свою зарплату, свои льготы и все остальное. Игорь Пох, пожалуйста. Сейчас, секундочку, я вас вижу, да. Понимаете, какая штука происходит? Я недавно где-то, где, уже не помню где, прочитал такую фразу, очень хорошая, мне понравилась. Мы в виде налогов покупаем у государства услуги. Вот вдумайтесь, да? То есть люди покупают у государства услуги в виде своих налогов. Сколько бы мы, я отождествляю себя с народом, да? Сколько бы мы, народ, не платили средств государства, у нас нет выбора. Вот, например, государство вот с июля этого года сказало, ну, в виде закона, да, у вас больше ЖЭКов не будет. Как пример. Вы будете себе выбирать управляющие компании, переходите в ОСМД, то есть людям дают некую иллюзию выбора. Ну, назовем это иллюзией, ну, выбор, да. А мы, платя налоги за полицию, за медицину, за педагогику и так далее, не имеем возможности выбрать. Нам говорят, вот жрите то, что дают. И все. А люди видят, а что жрать-то? Жрать-то нечего. А государство говорит, давай больше, давай больше. А люди говорят, подождите, ну сколько бы мы ни давали, все равно ничего не происходит. Вот женщина говорит, ничего не происходит. Поэтому вот покупка услуг, вот когда она превратится в обратную связь, то есть государство предложит, вот смотрите, вот за эти деньги у вас будут вот такие услуги, а если будут маленькие деньги, то будут маленькие услуги, выбирайте. Но пока нам этого не говорят. Вот такая реплика, спасибо. Спасибо. Так, Алексей, по-моему, Кочубе, да, порывался сказать. Давайте. Подождите, только я вас попрошу чуть-чуть буквально терпения, зритель ждет, и сразу после него вы в любом случае ответите. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Я Воробьева Наталья Леонидовна, мне 45 лет. Я коренная жительница города Николаева. Живу по улице Маломорская, 47. И я хочу сказать, что я очень вижу много изменений. В работе полиции очень помогает, быстро реагирует и очень хорошо. Сейчас у нас обрезают деревья, которые лет 15-20 никто ничего не делал. Большая благодарность. И во всем я вижу большие изменения. Единственное, пусть каждый человек начнет с себя. Живя в жилкопе, имея лопаты, люди никто не расчистил, даже будет для себя снег. А зато жаловаться на городские власти, на ЖКХ могут все. А если каждый выйдет, вот для себя расчистит и подметет, город будет такой, как был раньше, чистый, зеленый и красивый. Пожалуйста, возобновите чистые четверга и субботники для всего населения. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, Наталья Леонидовна. Что когда все выйдут с лопатами и расчистят этот город, то городская власть, ну, департамент ЖКХ, ЖЭКи и так далее, ЭЛУ, автодороги и так далее, положат все деньги, уплаченные с вашего, ну, полученные с вашего подоходного налога, себе в карман. Спасибо. Понимаете? Адвокат дьявола Александр Ухмановский в своем репертуаре, но все-таки я хочу, чтобы наконец-то прозвучала госпожа Купчишина. Пожалуйста. Дуже дякую. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Добрий вечір, шановна студія. Сьогодні
Дуже цікава тема, моя любима тема – легалізація найманих працівників. Так і хочу сказати, що... легалізація наркотиків. Що хочеться сказати? В першу чергу, я підтримую слова нашої телеглядачки, я їй теж щиро вдячна, в першу чергу все залежить від нас. Сьогодні дійсно нас держава загнала в глухий кут. Ми, як державні службовці, виконуємо ті законопроекти, які написані і прийняті депутатами Верховної Ради. Але не будучи, чи я буду цим державним службовцем, чи буде хтось другий на моєму місці, податки потрібно буде платити всім. Сьогодні ми всі дружно під великими гаслами кажемо, ми хочемо до Європи. Але піти до Європи, ми повинні розпочати з себе, ми повинні проаналізувати. Я дуже вдячна всім підприємцям, не тільки Центрального району, а й Миколаївської області України, які на сьогоднішній день сплачують податки до бюджету. Але я хочу і повернутися, будь ласка, яка сказала, давайте подивимося трошечки із другої сторони і правді в вічі з іншого боку. Є частина дійсно підприємців порядних, які на сьогоднішній день щомісяця сплачують єдиний податок, підприємства, які перераховують податок на доходи з фізичних осіб, але є частина підприємців, які не сплачують податки, вони вже не вірять державі, вони не вірять нікому, тому що вони бачать, що проходить, але їм потрібно розпочати з себе, щоб ці кошти зайшли до бюджету. Я хочу вам сказати невеличкі цифри, які я сиділа і тут накидала, значить, собі. Якщо, наприклад, людина отримує мінімальну заробітну плату, вона на сьогоднішній день 1378 гривень, значить, вона отримує її в конверті, то бюджет втрачає податку на доходи з фізичних осіб тільки від одного громадянина 3869 гривень 40 копійок. Військового збору – це той збір, який на сьогоднішній день дуже потрібен для нашої армії – 78 гривень 48 копійок. Сьогодні ми всі з великими гаслами кажемо, ой, державні службовці, вони отримують велику зарплату. На сьогоднішній день державні службовці отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати 1378 гривень та плюс премію, але вона не перевищує 50% розміру та невеличкі кошти за вислугу і надбавку. Ви знаєте, я теж сіла прорахувала. Якщо, наприклад, звичайний державний службовець отримує свою заробітну, мінімальну заробітну плату з усіма надбавками. І та людина, яка працює навіть оформленим найманим працівником, із них йому тільки показується в звіті 1ДФ мінімальна заробітна плата, а решта виплачується в конверті, я підрахувала втрати бюджету. І я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день втрати місцевого бюджету із одного громадянина податку на доходи з фізичних осіб за минулий рік склали 2897 гривень 52 копійки, військового збору 198 гривень 48 копійок. Про що ми сьогодні говоримо? Я, наприклад, як державний службовець, хочу вам сказати одне. Не тільки я, не тільки ми всі, а й всі громадяни повинні зрозуміти, що на сьогоднішній день все залежить від нас. Я не пам'ятаю, хто написав цей лозунг «В нашій єдності міць держави», але він мене дуже крутиться в голові. Я хочу сказати одне. Давайте всі разом, давайте всі, не тільки ми, а і держава підтримує всіх громадян, щоб не тільки вони отримували достойну оплату праці, а й розуміли, що тільки дякуючи їхнім податкам на сьогоднішній день розвивається наш регіон. Тільки дякуючи їхньому вкладу він їздить по прекрасній дорозі. Дякую. От насчет прекрасної дороги, це ви, мені кажеться, ліжку хватили. Давайте послухаємо зрителя. Говорите, пожалуйста, ви в ефірі. Будьте добры, объясните, 20-25 лет назад предприниматели, которые честно платили налоги с зарплат, хороших зарплат, там с миллионов, с тысяч гривен, теперь им зарплату пересчитывают 5, 10, там 20 копеек. Теперь через 25 лет их дети становятся предпринимателями, и на их уже глазах доллар становится с 8,27, а пенсия остается та же. Как вы им объясните получать в конвертах, или, ну, а им жить надо сейчас, а не потом?
Спасибо. Вот все кивают, все согласны, удивительно объединивший всю студию вопрос. Пожалуйста, экспертам, и я надеюсь, что сейчас поговорят гости тоже. Тем более, что здесь есть о чем сказать всем буквально, и службе занятости, и пенсионному фонду, пожалуйста. Уже неоднократно обращались к теме здесь дорог, что мы хотим, чтобы были реальные дороги. Да, ну вот те товарищи, которые ваши, в том числе, живут в Германии, да, они видят дороги. Вот 5 лет назад я изучал европейские дороги и как там строят дороги. И потом вернулся сюда и специально поехал смотреть, как строят дороги у нас. И я не мог понять, как эту жижу, которую заливают из глины и из земли, как это можно называть ремонт дороги. Мне дали даже ДСТУ по этому на ремонту, как это называется. И дальше я начал изучать, откуда берутся деньги. Мы системно анализировали 5 лет, как это работает в нашей стране. Я думаю, что ни для кого не будет большая тайна, но, может, для зрителей это будет момент истины. 60% стоит заказ на ремонт дороги, выиграет тендер, 60% отката. Причем деньги уже требуют вперед, а вдруг ты нас кинешь. О каком доверии, что мы взываем к предпринимателю? Давайте мы все вместе встанем или возьмем лопаты, или заплатим этот несчастный социальный взнос, который жизненно необходим в стране, если воруют миллиардами. Конечно. Спасибо. Ну а теперь, так, господа, я прошу теперь четко, вот вы терпите, пока все наши гости ответят, в конце концов, для того они здесь и собрались. Потому что я уверен, что буквально каждому есть что сказать. Пожалуйста, Дмитрий. Я буквально 10 секунд. По поводу предпринимателей, чего мы взываем к ним? А 100-тонными фурами по дорогам, которые строятся, ездят кто? Предприниматели? Я поддерживаю эту партию. Зерновозы, которые по 70, по 80 тонн. Так как вы не строите дорогу, если в Германии проедет 100-тонная фура, которая она недавно... Она не проедет. Вот, так в чем речь, понимаете? Она полиция, которая пытается поможет. Подождите, ну вот опять же, наш менталитет, да, вот стояли весы, все понимали, куда там шли эти деньги с этих весов. Тем не менее, ну их убрали. Да. И есть то, у нас сейчас, народные депутаты, которые костями ложатся, чтобы эти весы не вернулись. Поэтому как вы не строите эти дороги? Весы какую жижу вы куда не ложите, если проедет 100-тонный зерновоз, от этой дороги не останется ничего, даже от немецкой. Вот отсюда надо идти. И вызывать предпринимателям надо, что если вы хотите дороги, вы налоги не платите, да, так вы хоть 100-тонными своими зерновозами не разбивайте их, эти дороги, которые есть. Это вот ну, по поводу того, что вы сказали. Вот. Юрий Борисович, я очень вам признателен, что вы к нам пришли, поскольку, насколько я знаю, мы вас вырвали практически с семейного торжества, и огромная вам благодарность за то, что городская власть в вашем лице присутствует. Пожалуйста. Ну, по поводу 500-700 гривен, то, что там школу идут, сады. А зачем вы даете, вот мне скажите? Ну, все кричат, мы даем 500 гривен школу, там 150 гривен садик. 200 гривен врачу, водоканал, что заплатили там, облэнерго. Зачем даете деньги? То есть родители могут сказать вам почему? Мне скажите, понимаете, мы говорим о борьбе с коррупцией, о воровстве во власти, и вы сами же это поддерживаете все. Что такое какая? Взятка вообще? Взятка это двустороннее какая? Действие. Саша, я тебе расскажу, какая альтернатива. Не давайте объединяться в этом плане. Мой знакомый работает. В прокуратуре, по-моему. Ну, на тот момент, допустим, он там менял место, в прокуратуре или милиции. И вот в школе собирают родительское собрание первое и говорят: так, ну рассказывайте, пожалуйста, кто где работает, чем можете помочь любимой школе. Ну, там тот говорит, там краску могу, там могу рабочих прислать, могу то-то, могу машину. Понимаете, говорит, ну, могу открыть дело о коррупции. Все. На этом все закончилось. Другой мой знакомый, когда начались там рассказы о том, что столько, он говорит, хорошо, я готов. Но, пожалуйста, чеки, предоставьте мне изучение рынка, что вы нашли самый выгодный вариант и так далее. Тогда я буду готов платить. Сказали родители, ох, а давай ты будешь у нас председателем родительского комитета. Давай. Он не дает жизни никому. Но каждый родитель знает, куда идет каждая копейка. Вот как бы два варианта. Саша, пожалуйста, давайте послушаем, все-таки дослушаем Юрия Борисовича. Тема дорог. Да, я согласен, что коррупция была сильно развита на этих весах. Вот последние события показывают, в Николаеве летом потратили бешеную сумму денег, я считаю, на дороги. Дорожный контроль занимался контролем, действительно есть участки дорог, которые сделаны были идеально, как положено по технологиям
Но вот это наша проблема, что у нас порт находится в центре города, и понятно, что все зерновозы, которые перегружены, там, правильно сказал Дмитрий, в 2 и в 3 раза, и по 120 тонн возят. Я не понимаю, как действительно ГАИ зарегистрировал такие прицепы, железнодорожные вагоны на колеса поставили, просто и таскали, да. Решили поставить весовой комплекс на въезде в Николаев. Причем, чтобы действительно искоренить коррупцию, постоянно дежурили общественная организация, дорожный контроль. Конечно. Чем это закончилось, вы помните или нет? Это закончилось тем, что зерновозы перекрыли трассу, перекинули автобус, этот контрольный, который должен заниматься контрольными измерениями там, веса машин, там, и все. А потом народный депутат рассказывал, что это все правильно. Пожалуйста, Руслан, ребята, подождите, давайте мы все-таки послушаем наших гостей. Пожалуйста, Руслан Алексеевич. Я вижу звонок нашего зрителя, пожалуйста, наберитесь терпения, еще 3 человека, потом вы зададите ваш вопрос. Пожалуйста, Руслан. Ну, все равно надо, как бы здесь две проблемы, их решать только в комплексе. Надо все-таки возвращать не в том, как раньше были проверки, все-таки что было, и ужесточать законы. Только так, по-другому нельзя, потому что достучаться до нашего народа, до менталитета невозможно. Потому что когда мы приглашаем, нас каждую неделю проходят комиссии, которые люди, которые очень долго стоят у нас в центре занятости, мы пытаемся у них выяснить, почему вы, как бы мы вас посылаем на предприятие, почему вы не устраиваетесь. Ну невозможно, люди специально хотят и у нас деньги получать от государства, и работать нелегально. Ждать волшебников, волшебников. Они не хотят работать. Я вот, вы знаете, согласно с нашими экспертами, мы говорили за предпринимателей, я уверена, что, наверное, развитие экономики Украины – это благодаря среднему малому бизнесу. И очень часто вот работодатели, потому что, знаешь, когда работодатели к тебе обращаются с проблемами, возникают проблемы, да, снизился там уровень потребления нашего населения, не покупают ту или иную продукцию и обращаются в центр занятости. Помогите, или давайте мы поставим на учет, а потом их заберем обратно, пока временно и так далее. Но вы знаете, наверное, вот нет такого законодательного поля, чтобы защитил и нас, государственных служащих, мы сегодня уже не государственные служащие, но просто служащие, которые платим налоги. Вот я, у меня 32 года стажа, я с первого дня своей работы плачу добросовестно налоги. Я хочу получить то, что я должна получить, но я не уверена, что я получу хорошую пенсию. Понимаете? Да. То есть вы плавно передаете мячик Ирине Александровне. Да. Пожалуйста. Ну, а я могу ответить только нашему обратившемуся к нам зрителю, что ответить отцу сыну. Ну, надо все равно отвечать, что платить налоги надо, потому что, к сожалению, без этого мы никуда не выйдем. На сегодняшний момент в стране существует солидарная система, и те, кто работают сейчас, обеспечивают пенсии. Ой, те, а я стесняюсь спросить, а как насчет частных пенсионных фондов, где все гораздо честнее? Давайте послушаем. Понимаете, что, к сожалению, это фикция. Это ничего не фикция. Ну, насчет фикции. Я не согласен. Так, хорошо. Хорошо, господа, зритель терпеливо ждет. Сегодняшний пенсионный фонд, вот это фикция. А то, который... Так, хорошо. Ну, еще, ну, я понимаю, что вы не можете сказать о том, что надо нести деньги в частный пенсионный фонд. Так, господа. Я тоже. Господа и дамы, пожалуйста, уважение к зрителю, он терпеливо дождался своей очереди. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Валентина Федоровна. Прошлый предприниматель со стажем 15 лет. У меня вот такое вот предложение. Плюнула на предпринимательство, закрыла его и перекрестилась. Дело не в этом, по поводу налогов. Возможно, если мы начнут, может быть, более там честно или добросовестно платить налоги, если хотя бы появится что-то в электронном виде, какой-то сайт, где будет сказано, кто сколько собрал. Те же, допустим, рынки, вот центральный рынок превратили уже, бог весть знает что, сколько он платит налогов в месяц, сколько попадает в бюджет, в казну. И четко по пунктам, куда эти деньги тратятся. Положили километр дороги, конкретно на какой улице какая сумма потрачена. Перекрыли крышу на доме, конкретно на каком доме какая сумма потрачена. Тогда, возможно, люди будут более добросовестно к этому относиться. А когда эти деньги уходят в трубу, их никто не видит, в городе ничего не происходит. Слава Богу, что сейчас что-то начало происходить, потому что, ну, вот действительно, деревья обрезают и где-то там какие-то порядки наводят. И того коллапса, который был в прошлом году, во время снегопада, в этом году уже не наблюдалось, да?
никогда не идеально. Но, во всяком случае, транспорт ходил, люди двигались и так далее и тому подобное. Большое спасибо. Вообще, желаю процветания нашему городу. Спасибо. Ну вот... Блестящий звонок, потому что на самом деле мы не будем сейчас говорить, да, о том, что, ну вот, если наши законодатели, может быть, обратят внимание на нас, то когда-нибудь, в каком-нибудь там, не знаю, там, 5276 году наступит тут все-таки счастье в Украине. Нам предлагают совершенно конкретное решение, причем, как я понимаю, оно вполне перекликается с политикой новой городской власти, и я думаю, что мы прямо сейчас здесь можем ответить на этот вопрос. Это в ваших силах, Юрий Борисович, Дмитрий Игоревич, пожалуйста. Я начну, да, наверное. Да, прозрачно ли полная система? Я хочу сказать, что уже практически решен вопрос. Все деньги сейчас будут, все закупки производиться через систему Прозора. То есть каждый может увидеть, какие деньги запланированы, на какие мероприятия, и каждый увидит, кто будет оказывать эти услуги, кто получит эти деньги. То есть уйдем мы от того... так скажем, да, прошлого нашего, нехорошего, когда непонятно, как, вот говорят, 60% откаты на дороге, там, да, допустим, там, либо откаты там туда-то. То есть мы переходим на систему Прозора, это все будет видно, я думаю, что граждане будут контролировать эти деньги, которые поступают в бюджет в виде налогов. Вообще, конечно, честно вам скажу, вот у меня всегда посещает одна мысль, как можно бы вообще избавиться от... нелегального труда, от зарплат в конвертах, от сокрытия налогов, от взяток. Можно было просто, если была бы политическая воля, запретить вообще наличные обращения в стране. Сделать все по безналичные расчеты и банки сделать налоговыми агентами. Она бы даже и налоговая не нужна была бы. Получила какую-то сумму на счет, с нее сразу ушли налоги в государство. И отпали бы все вопросы. Знаете, что еще лучше? Вообще деньги запретить. Так едой рассчитывать. За что я говорю? Наличные деньги запретить. А безналичные вести. Это может быть там, где хватает на еду. Получил человек едой, съел, все нормально. Зачем деньги? Спасибо. Итак, я хочу как бы слегка увести наш разговор в другое направление. И рассказать, собственно говоря, нашим налоговикам то, что они прекрасно знают и без нас. О том, где лежат вот эти вот незаплаченные деньги и где их можно поднять. Наша молодая коллега Анастасия Ячкалова сделала замечательный сюжет. По сути, очень простой, но очень красноречивый. Давайте посмотрим. На деревах, стовпах і дорожніх знаках роботу тут пропонують всюди. Заробітну плату обіцяють 2, 3 та навіть 6 тисяч гривень. Але чи зможу я працевлаштуватись на таку роботу офіційно? Давайте зателефоную за одним з цих номерів і дізнаюсь. Ви офіційно трудоустраюєте? У мене є... Звісно, так. Офіційно. А вам як потрібно? Спробуємо подзвонити, працевлаштуватись оператором колл-центру. Подивимось, чи вони влаштовують офіційно. Алло. Алло, здравствуйте, Максим. Я в интернете нашла объявление, ищу работу. Но единственное, что мне нужно, это официальное трудоустройство. Вы официально устраиваете? Не, мы официально не трудоустраиваем. А почему? А если у меня трудовая книга, я вам принесу диплом, свои документы, нужно вам приносить какие-то? Нет. Нам от вас только надо ксерокопия паспорта и все. А чего так? Нет, ну это обидно за вас налоги платить, чего надо могут. Я ищу работу, я нашла в интернете ваше объявление, менеджер по продажам. Официально вы устраиваете? Мы работаем по договору ЦПХ, идет через налоговую, как бы, отчисление в пенсионный фонд. Угу, угу. Я поняла. Как бы, если вам, да, вы можете подъехать на собеседование, вам все расскажут. Тепер знайшла в интернете вакансию продавца-консультанта. Вы официально трудоустраиваете? Нет. В любом случае трудоустройство только по истечении определенного времени, по результатам работы, как вы себе покажете, если фирма будет заинтересована у вас как в потенциальном сотруднике, тогда рассматривается вопрос официального трудоустройства. Також вакансия продавца-консультанта. Вы официально устраиваете? Да, у нас официально трудоустройство. Здравствуйте. Нашла ваше объявление, что нужны вам сотрудники с функциями администратора и менеджера. Вы официально меня устроите? А вам как нужно? Мне нужно официально. Ну, можно официально. У нас как официально, так и неофициально трудоустройство.
Опитані потенційні роботодавці пропонували і офіційне працевлаштування, і нелегальне. В більшості випадків майбутні начальники погоджувалися йти на зустріч, хоча й націралися тіньових схем. Очевидно, що трудове законодавство прописано досить чітко, але для учасників реального ринку праці воно є досить гнучким, хоча й незаконним. Алексей Кочубей, пожалуйста, и я думаю, что есть что сказать налоговикам, пожалуйста. Сперва информативно. Хотел бы напомнить о том, что законодательством Украины целой низкой нормативных актов предусмотрена ответственность за не частичную выплату заработной платы, то есть за зарплату в конвертах, за выдачу зарплаты без оформления, так в частности кодексом о труде на работодателя, либо то есть на частного предпринимателя, либо на предприятие, предполагается за подобное нарушение ответственность в виде штрафа в размере 30 минимальных заработных плат. Ответственности в законодательстве предусмотрена также и административная, в кодексе об административных правонарушениях, целая серия статей этого кодекса посвящена, связана каким-то образом с либо с невыплатой, недовыплатой, недооформлением, недоперечислением налогов, связанных с заработными платами. Уголовный кодекс Украины также эту тематику не оставил без внимания. Некоторые статьи там, ну, просто вообще страшные. Вместе с тем, вот здесь вот звучало в студии о том, что вот нужно ужесточать. Вот эти вот нормы наказательные, которые присутствуют в законодательстве, о которых я только что говорил, они появились не вчера, они появились не позавчера, то есть они присутствовали в том или ином виде в нашем законодательстве постоянно. Равно постоянно в нашем быту присутствовала и проблематика теневых зарплат. Ничего не меняется. Можно до бесконечности ужесточать ответственность. Я убежден, что такими методами не ситуацию не исправить категорически. Позволю себе вслед за присутствующим высказать собственный рецепт решения этой темы. В нем ничего нового нет, он еще звучал и в начале передачи. Стабильное налоговое законодательство. Представляется мне... сначала два слова. Вот наш налоговый кодекс, в него постоянно вносятся изменения. Такое впечатление, что те, кто принимают законы, то есть изменения, совершенно забыли о одной из норм того же налогового кодекса, которая предполагает изменения в ставках налогов за 6 месяцев до начала бюджетного года. То есть это просто игнорируется. Мы постоянно живем, мы, жители, да, то есть предприниматели, которых мы сегодня вспоминали, постоянно в атмосфере ожидания очередного изменения. Мне представляется, что если бы вот система изначальная налогового законодательства, которая была установлена при появлении украинского государства, существовала бы в том же виде и в тех же ставках, которые она была анонсирована, мне кажется, что многие наши проблемы были решены не потому, что эта система была хороша, а просто по той причине, что все это время она была бы неизменна. И мне кажется, что дойти до реальных зарплат можно не путем взывания к сознательности граждан. О какой сознательности можно говорить, видя депутатскую машину? А именно вот путем стабильности, и этот путь, мне кажется, ну, является совершенно небыстрым. Недаром я вспомнил о налоговой системе времен рождения Украины. Я позволю себе тут дополнить не только насчет машин, да, я позволю себе дополнить насчет некоторых депутатов, которые являются у нас ныне не просто депутатами, даже руководителями фракций. Вот господин Солтис, например, да, по нему была очень бурная дискуссия здесь. У меня были очень разные эксперты, гости здесь, но практически все они насчитали ему статьи, так я думаю, так на десяток пожизненных. Более того, пока он доблестно работал интендантом в зоне АТО, руководимое им предприятие, избавившись на время от своего начальника, насколько я помню, дало на 1,5 миллиона долгов, наделанных при нем. Стоило ему вернуться, долги выросли, если не ошибаюсь, поправьте меня, Юрий Борисович, по-моему, до 2,5 миллионов. Он является руководителем коммунального предприятия, он является руководителем фракции, диктует зачастую целые, как бы, направления в
в городском совете, ну, декоративная фракция, он является первым номером в списке, поправлю, извините. И как бы все нормально, и всех все устраивает. Так вот, когда мы говорим о доверии, я понимаю, вы не можете, конечно, изменить законы, которые принимает Верховная Рада. Вы даже не можете их заставить, эти законы, писать правильно. Но когда у вас вот там вот под вашим началом работают подобные ему люди, а он не единственный, это просто может быть самый яркий мой любимый пример, потому что в свое время, избив оператора и забрав у него камеру, оператора, который снимал как в Генделаке, как говорил Владимир Дмитриевич Чайка, господина Солтиса, продаю спиртное несовершеннолетним, он тем не менее... Умудрился стать депутатом неоднократно, умудрился занять различные руководящие должности и так далее. Для меня это показатель. Для многих наших зрителей, я уверен, это не просто показатель, а это черная метка. Каждому, кто говорит о доверии и держит у себя, вот извините, такое. Ну, так и никто же его не увольняет. Почему? Слушайте, я прокомментирую. Да, Юрий, пожалуйста. Уже, да, затронули вопрос. Ну, сначала два слова буквально по... Алексей, комментариям, вот, вроде да, штрафы большие, да, больше 30 тысяч за ни одного неоформленного. Но что интересно, понимаете, я вот общаюсь сейчас с налоговиками, я спрашиваю, вот у вас, вы отчитываете, что вот за прошлый год там, вы вывели там 3,5 тысячи или там больше, по-моему, сумма там, неоформленных людей, говорю. Вы материалы отправляли в инспекцию по труду, да. Какой результат? Никакого. Вот хоть одного предпринимателя, либо одного директора предприятия наказали на эти 30 с чем-то тысяч гривен за неоформленного работника? Вот интересно. Вы знаете, по-моему, ни одного не вообще, наказали. Вообще это, ну, парадокс, да, механизм вообще, ситуация, которая пожил. Вот все находящиеся в этой студии напротив нас, да, гости, то есть и некоторые за нами, то есть представители государственного аппарата, вот они все говорят одни и те же слова. Если заглянуть в интернет, ну вот шаблоны постоянно звучат, и они делают, ну вы, делаете то, что вы должны делать. То есть слова, которые вы произносите, вы иных слов по определению произнести не можете. Ноблес облиш, положение обязывает. И вообще-то, ну вот, вот многое то, что вот вы говорите, я думаю, что внутри, ну не думаю, я уверен, что многие из вас представляют, что ну, вот это все ну, не методы. А вообще в целом, по поводу того, что не штрафуют, вообще у нас государство в целом, да, вот, относится к своим платильщикам, то есть предпринимателям, ну примерно вот как-то вот аналогия, да, как было в советские времена, мы делаем вид, что работаем, они делают вид, что платят. Так вот и у нас тоже государство вот эти штрафы устанавливает, тем не менее, конечно же, гайки не закручивает, потому что ума хватает, потому что попробуй закрути эту гайку, конечно, ты получишь себе всплеск, а получив этот всплеск, ты не получишь себе очередной джип. И любой принимающий, устанавливающий правила игры помнит об этом. Когда Дмитрий сегодня вспоминал о очередном законодательном благоволении в виде уменьшения социального взноса и сказал слова о том, что ну и вот сегодня государство ожидает, как отреагируют предприниматели, скажу, никак не отреагируют. Да, уменьшили. Каждый предприниматель будет совершенно четко знать, рассуждать о том, что это уменьшение временное. Ну вот. Хорошо, господа, я все-таки прошу вас не забывать о том, что если бы у нас здесь сидели народные депутаты, то, возможно, подобные вопросы имели бы смысл. В данном случае они риторические, потому что я совершенно согласен, что здесь все присутствующие с вами согласны. И они прекрасно отдают себе отчет, что бы они ни говорили о том, что хорошо бы, чтобы было незыблемое, правильное, честное законодательство, они на это повлиять не могут. А вот мой вопрос касательно коммунального предприятия, это непосредственно к коммунальным предприятиям. Ну, я хочу сказать, что вы будете скоро приятно удивлены все по поводу ряда там разоблачений по коммунальным предприятиям. Сейчас проводится проверка комбината общественного питания учебных заведений. Результаты проверки после 20 февраля положу мэру на стол. И, конечно, ситуация ужасная, скажу. Все прекрасно знают, что очень много школ, детских садов были недовольны тем положением дел, которое там существовало. То есть некачественная продукция, завышенные цены на продукцию. Результаты вы скоро увидите. То же самое касается и, я так думаю, предприятия депутата Солнца. КП ГУР тоже так.
Так же само сейчас собирается информация, вся она будет опубликована. Я не думаю, что 1 апреля заканчивается в Сулбиса контракт, что он будет продлен. Разрешите, я добавлю. Саша, секунду, я просто вот сюда, да. То есть то, что вы не продлите контракты с руководителем КП Жигуртожиток, то, что вы не продлите контракт с руководителем Комитета общественного питания, ну, безусловно, это здорово. И я думаю, что вы действительно таким образом в известной степени очиститесь. Но вот позвольте мне спросить, вот те долги, которые были наделаны, они просто будут переданы следующим, по наследству. А те деньги, которые были положены при этом в карман, а я готов вам просто записать на золотой диск, бриллиантовой иглой, ту передачу, которая здесь вот была посвящена, ВКП, говорю, тоже так, где было рассказано о вопиющих случаях, просто прямо скажем, воровства. Так вот, те деньги, они уйдут вместе с неподписавшим контракт господином Солтисом? Нет, я думаю, что необходимо провести расследование, если действительно нанесен ущерб предприятию, нанесен ущерб городскому бюджету, то виновный должен понести соответствующее наказание со возмещением ущерба. Большое спасибо, Александр, и потом вопрос зрителя. Да, у меня живой пример. Я вот хочу действительно поблагодарить за один такой момент. И вот мы вот как общественники, нам дали опорный пункт для отдельного нашего подразделения. Это ЖКП Пивдень, где когда мы туда зашли, где находится опорный пункт милиции. Мы когда глянули на эти трубы, на этот проваленный пол в подвал, где невозможно там внутри дышать, это был ужас. Мы когда начали выяснять, Солтиса, все свелось к тому, что ЖКП Пивдень, пришли в ЖКП Пивдень, я не я и хата не моя, как говорится, мы не знаем, иди делайте сами. Но я вам скажу честно, когда мы связались с городскими властями, единственные, кто нас выручили, помогли. Приехали на следующий в 11 утра люди, мы съездили в ЖКП Пивдень. Там надо было все прекрасно слышать, что там происходило. Быстро, в 2 часа уже приехала комиссия, нашли они средства, я не знаю, сразу решили ЖКП Пивдень менять трубы. Я спрашиваю, сколько лет назад их нужно было менять? Мне отвечают на мой вопрос. Дому 70, эксплуатация 40. Говорю, я как дилетант подумал еще лет 5 назад, оказывается все 30. Поэтому как бы, я думаю, что действительно со многими ЖКП, наверное, надо как-то проверить их действительно. Вы знаете, я хочу сказать, что вот, Юрий Борисович, вот городская власть сейчас действительно получила огромный кредит доверия. Но этот кредит, он может исчерпаться. И то, что вы говорите, это действительно подтверждение того, что мы не зря за вас проголосовали. За вас, за вашу команду. Поэтому очень хочется верить в то, что действительно те изменения, о которых вы говорите, станут реальностью. Мы обязательно об этом расскажем. Слушаем зрителя. Ну, их тоже поддерживают. Говорит, а что мы делаем? Слушаем зрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Я уже звонила сегодня. Хочу просто дополнить свое такое, может быть, спонтанное выступление. Вот все-таки мне хочется, чтобы проверяли почаще депутатов и их не бизнес. Вот меня интересует, в частности, Демин. Пускай проверят его ресторан «Горожанин», как работает и зарегистрированы ли там работники, платят ли они налоги в полном объеме. И пускай, в конце концов, наведет порядок на космонавтов на углу. Рынок «Клаксон» – это ужас, это позор. Я всю жизнь живу в Ленинском районе, и мне противно каждый день ходить через перекресток Октябрьского проспекта и космонавтов. Вот это вот недостроенное, как кому-то памятник непонятный, из железных трутьев или чего-то, ну какая-то сетка сваренная, через дорогу грязь, мусор заброшенный. Это касается. Простите, пожалуйста, скажите. Скажите, пожалуйста, вы вот в этом районе живете, да? Да, я всю жизнь живу в этом районе. А вот пройдитесь, пожалуйста, по вашим соседям и спросите, а почему они голосовали за Дюмина? Дюмина, кто выбрал? Почему? Я знаю, почему проголосовали за Солтиса. А вот узнаете, почему голосовали за Дюмина? Я думаю, приблизительно одинаково будет ответ. Я не знаю, почему они за них голосуют, потому что они собирают и вешают им лапшу на уши. А они как доверчивые телята, понимаете, в последний момент им сказали, что все будет хорошо. А народ наивный, он верит в это, он хочет в это верить, в светлое будущее. И поэтому думаю, да ладно, может быть он уже нахватался и будет лучше. Не будет никогда. Спасибо. Спасибо, Юрий Борисович. Ну вот это вот действительно конкретный адрес, конкретный вопрос. Можно ответить на него? По ресторану «Горожанину» или по клаксону. Я хочу сказать, ну я недавно работаю, да, в этой структуре в горисполкоме. И так получилось, что у каждого заместителя, вы знаете, есть там свое направление, за что он отвечает. Там, с уходом первого заместителя Андриенко ряд подразделений там были распределены между мной, ГДРЖ, Бондаренко, Валентиной Ивановной. И мне сейчас осталось управление земельного управления и архитектуры.
И я вот смотрю на документы, которые были раньше выданы на те же рынки, меня, честно говоря, это поражает, и я ужасаюсь от этого. Как можно было вообще зарегистрировать договор аренды на землю, где проходят коммуникации городские? Вот депутат Дюмин выступает, что вот он уже не первый созыв депутат, что он за людей, люди его знают. Ну, депутат Дюмин думал, что когда прорвет силовой кабель под его рынком, 6 тысяч человек будет сидеть без света возле этого рынка. И 92 предприятия и предприниматели без света. Как можно было построить рынки на коммуникации? А вот городских? Вы прямо удивитесь, но ведь за это голосовала сессия. И вот вам теперь придется как минимум отменить решение сессии. Вы готовы к затяжной войне с непредсказуемым результатом? Потому что война началась уже, это затяжная. Мы готовы поддерживать вас этого некоторые юристы и вообще с вами. Поддержки начать... мы нуждаемся действительно, вот. Потому друзья, что... надо начать с главного. Вот женщина, которая только что звонила, она говорит, надо проверять почаще бизнес этих депутатов, там то, что они вот такое творят. Люди, ну вы же сами их выбираете, да? Вот я там не хочу ничего там плохого или хорошего сказать конкретно за Дюмина, я тоже живу в Ленинском районе. Эти депутаты идут на выборы, потому что у них есть деньги. Я не может сегодня простой гражданин пойти на выборы. Слушайте, ну сейчас нет у нас... Это не правда. Давайте я приведу пример. Наша в городском совете. Атанасов и Таранов. Зашло много людей, которые разошли без... Я говорю не совсем, но это же не то большинство, но конкретно вот если мы сейчас говорим за вот эту проблему с Фолксоном и так далее. Много лет уже там Анатолий, я не помню отчество, его выбирает конкретно. Вот я просто в этом районе живу, да? И каждый вот, честно, созыв, я не знаю, кто его выбирает, понимаете? А потом звонят и требуют, чтобы он навел порядок, проверить там его бизнес. Дело в том, что у нас есть на руках бумага, вот мы приезжали в городские власти, помните, я вам показывал, где согласование, где Дюмин расписался за то, что он обязуется там то сделать, но суть не в том, суть в том, что помимо того рынка, где он стоит, где он не должен был стоять, этот рынок еще стимулирует развитие стихийной торговли. Выходит администрация рынка, идет по этой аллее, по городской территории и обелечивает людей. Мы когда стояли, к нам обратился Ленинский исполком, наши ребята, наше подразделение стояло, не давало торговать в рамках закона. Нас там такой грязью там поливало. Я приезжал туда общаться с людьми, чтобы понимать, что там происходит. Мне служба моя звонила безопасности, говорит, мы не можем здесь находиться, невозможно удерживать территорию. Я приезжал с ними, общался, они говорят, вот дайте к нам территорию. Я согласен, среди этих людей есть манипуляторы, которые никогда не захотят ни платить налоги, ни пойдут в рынок, если такая категория населения. Я с вами согласен, что надо считать из таких, как Дюмин. Но сегодня мы все должны об этом говорить, все друг друга поддерживать и слышать тех же граждан. А войну с Дюмином, скажу честно, я абсолютно поддержу, я скажу даже открыто в прямом эфире, и не боюсь, потому что я тоже живу в Ленинском районе. Срач на площади Победы, куда приезжают с вокзала люди, проезжающие, это ужас просто. Вот реально. И рынок Клаксон. Где дюминские рынки, там срач. Говорю, как есть. Ну что ж, Юрий Борисович сказал о том, что он, они уже начали эту войну. Поверьте, мы с удовольствием будем вести просто репортажи с театра военных действий. Пожалуйста. Я вот хочу добавить о рынках. Это, наверное, проблема всех рынков города Николаева и Корабельного района. В частности, там масса людей, которые работают нелегально. Вот если бы несли ответственность директора рынков, хозяева рынков, вот он бы отвечал по полной хорошо, строгости закона. Вот мы таким кругом, да, вернулись к теме передачи. Так вот, скажите, пожалуйста, вот здесь вот есть фискальные органы, здесь есть руководители города, которые могут инициировать такие проверки со всеми последующими результатами. Есть юристы, есть руководители общественных организаций, которые готовы к этому подключиться. Вот можно ли сказать, что все то, о чем мы сейчас говорим, вот эта самая теневая занятость на рынках, эти деньги в неизвестные, хотя мы прекрасно знаем, в какие известные карманы и все остальное. И все эти схемы, которые мы знаем, как работают. Мы знаем, кто на них сидит. Мы знаем, как их можно поломать. И для этого всего-навсего нужна просто-напросто готовность. Вот с этим что-то можно сделать? Давайте Юрий здесь сидящий. Саша, пожалуйста. Давай, Юрий Борисович. Как можно побороть теневую занятость? Как можно ее обуздать, хотя бы попробовать? Вот специалисты говорят, что нужно с этим делать, не я. Были версии, надо ужесточить. Были версии, надо легализировать как-то, унормировать налоговое законодательство. Что можно сделать у нас? Процесс не односторонний, действительно. И то, что там смеялись, власть должна быть открыта. Люди действительно должны видеть, что их налоги то, что не платят, там не воруют и по карманам не рассовывают. Действительно, уходят на благо наших горожан. Первое. Естественно, должна быть и контрольно-проверочная работа какая-то, потому что не все у нас порядочные да, предприниматели. Некоторые сознательно не платят налоги, уходят. Ну, это нормальная практика на всем мире. Они
Не везде в мире хотят и любят платить налоги, правильно? Да. Я же сказал, Германии, так во всем мире их не любят. И в Америке, правильно, во всем мире их не любят платить. Это да, в мире надо действительно усиливать контрольно-проверочную работу. Плюс создать окружение. Рынок клаксон. Вот недавно было, буквально там неделю назад, если я не ошибаюсь, было сообщение в средствах массовой информации, что возле проходной завода «Зари» в одной из палаток, я так понимаю, что это вот как раз рынок этот, да, там такая кишка тянется. Другой рынок. Ну, где, да. Так вот, там нашли, значит, такой рейд, как бы, да, нашли огромное количество каких-то канистр с левой непонятной, там не водка даже, а какое-то пойло было, жуткое, канистры целое. И вот это пойло выходили люди, работники «Зари» в обеденный перерыв и выпивали там. То есть я к чему говорю? Это ж не только те, кто продает, гады, а те, кто пьет, не гады. На каждый пьющий роток не накинешь платок. Послушаем вот, вы знаете, зрителя. У меня еще есть один такой интересный одну момент. Одну секундочку, нам зритель звонит, вы обязательно выскажитесь. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Владимирович Намыл. Здравствуйте, Владимир. Может, я уже так опоздал. Вопрос вот по лоцманской службе у нас есть такая. Богатая, в налогах была. Как она? Вот я недавно слышал, вроде бы они уже в Ким смылись. А налоги нам уже не пойдут. Я не понял, о ком вы говорите? О лоцманской службе, по водоканалу нашему. Дельта-лоцман вы имеете в виду? Да. Понятно, хорошо. Ну, кто-то может ответить на этот вопрос? Ну, давайте. У нас в любом случае, я так понимаю, что, наверное, человек переживает, платят ли они налоги здесь, лоцманская служба. Значит, в любом случае у нас по налоговому законодательству, по месту расположения, да, должны регистрироваться предприятия и платить местные налоги, где они расположены, да, местный бюджет. Поэтому пусть не переживает наш телезритель, Дельта Лоцман как платила местные налоги, бюджет города Николаева, там Очаково, где у них там есть филиалы, так и платят. То, что государственные налоги, да, уходят в государственный бюджет, это нормальное явление, ничего здесь страшного нет. Спасибо, Лена Ивановна. Вы знаете, вот была такая интересная у меня встреча с кандидатом, мы говорили о депутатах Верховного Совета, она баллотировалась кандидатом Верховный Совет, и она возглавляет общественную организацию поддержки, юридической поддержки, правовой поддержки предпринимателям, частным предпринимателям. И вот я попала на эту встречу предвыборную. Мне было интересно просто, потому что что человек обещает. И когда, вот, не помню фамилию сейчас, Вера Семчук. И она говорит, я вас научу, как правильно вот скрывать свои налоги, как вот не показывать все его. Не верю, Елена Андреевна не могла так. Я встала, это я свидетель тому, я просто встала и сказала, я директор центра занятости, знаете, мне не интересно здесь находиться, мне интересно, чтобы вы наоборот сказали, на рынке люди работают, чтобы они все были оформлены легально. Вот это вопрос. Ну вот по поводу работающих на рынке, по поводу работающих на рынке нелегальных людей, мне Ольга Анатольевна рассказывала леденящую душу историю. Да. Пожалуйста, Саша. И, кстати, пока Саша идет, тут вот зритель пишет, хочу увидеть процесс по Дюмину. Я обещаю трансляцию в прямом эфире, если таковой состоится. Пожалуйста. На сьогоднішній день всі ми знаємо, що податковим кодексом було введено заборону на проведення перевірок. Це на сьогоднішній день дуже велика і проблемна тема, тому що ті підприємці, які на сьогоднішній день сплачують податки, їх це не стосується, які мають оформлених найманих працівників. Якщо навіть до них і в минулі роки завітала податкова служба з перевіркою, то в результаті цього складався позитивний акт і ніяких втрат і доплат в бюджет від підприємця не було. У нас дійсно були дуже гарні комісії. Я 15 років була в комісії по легалізації найманих працівників, ще будучи навіть інспектором податкової служби. Ми виявляли дуже багато неоформлених найманих працівників. Додатково до бюджету надходило дуже великі кошти, особливо до місцевого, це податку на доходи з фізичних осіб. От що стосується сьогодні ринків. На сьогоднішній день дуже багато фізичних суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб-підприємців. Частина сплачує податки до бюджету, це добропорядні платники для нас, і частина, які просто стоять на території ринку, які навіть до нас приходять і кажуть, що ви нас лякаєте. Ми з директором ринку заключили угоду, і він нам сказав такі слова. «Доки я тут господар, ви тут собі стійте,
торгуйте і ніякі податки не сплачуйте, і ніхто вас не троне. І на сьогоднішній день податкова служба має вийти на перевірку тільки за скаргою платника. Да, дійсно, в минулому році до податкової служби надійшло багато скарг від громадян, які працювали чи не оформлені і були нелегалізовані як по заробітній платі, чи підприємці, яким було прикро. Ви знаєте, навіть такий був випадок на центральному ринку. Це не наш ринок, але там торгують наші підприємці. Прикро було, коли одна жінка, яка торгує невеличкими домашнім текстилем, там у неї і ночнушечки, якісь трусики дитячі, і вона прийшла, написала скаргу на підприємця, в якого два контейнера джинсів. Там тільки оборот не для другої групи, а вже для третьої. І коли наші фахівці вийшли на перевірку, ви знаєте, мені було прикро, коли він прийшов до мене вже на співбесіду і сказав, а чого ви прийшли? Державою заборонено робити перевірки? Ні. Державою дозволялося для таких платників, як він, по скаргам виходити на перевірку. Мені було прикро за те, що 50% громадян дійсно не хочуть сплачувати ці податки. І тому на сьогоднішній день ми з депутатами неодноразово зустрічалися із Дмитром Ігоревичем, і так, які депутати до нас звертаються за допомогою, ми розповідаємо, потрібно розпочати з ринків, потрібно скласти якусь комісію при міській раді, щоб була ті люди, які будуть входити до складу цієї комісії, мали право приходити і перевіряти цих громадян для того, щоб ми дійсно побачили ту картину, скільки на сьогодні людей не сплачують ці податки. Спасибо, Ольга Анатольевна. Саш, подождите. Саша, подождите. Юрий Борисович, вот смотрите, идея классная, да? Но если вы это попробуете провести через сессию, что-то мне подсказывает, что при нынешнем составе нашего депутатского корпуса вряд ли народ решит пойти проверять сам себя. Есть ли механизм, при котором это можно сделать, не вынося вопрос на сессию, но зато, я думаю, получив общественную поддержку. Если нужна какая-то медиаподдержка, можете на нее рассчитывать. Пожалуйста. Давайте мы в любом случае мы должны действовать в рамках законодательства. Правильно там? На сегодняшний день законодательство не предусматривает, чтобы мы выходили на проверку, проверяли документы и свидетельства там на госрегистрации. Нет таких прав у работников исполкомов. По налоговой тоже есть определенные ограничения. Я не говорю за другие службы, которых вообще ограничили там в их правах. Там, у них есть только обязанности, а прав практически нет. Так получилось, что в свое время там развивалось это направление, дерегуляция. То есть надо было бизнес действительно там поставить на ноги, надо было дать развиться малому бизнесу. Но многие этим воспользуются, перестали вообще платить налоги. Все прекрасно знают, что та служба не может выйти на проверку, это не может выйти на проверку, у этих нет прав выйти на проверку, там мораторий. И, к сожалению, начался бардак в стране, там, среди малого бизнеса, к сожалению. То есть, Юрий Борисович, позвольте перевести с канцелярита на человеческий. Ничего из того, о чем мы здесь говорили, не получит никакого развития. Да, к сожалению, да, это не получит развития. То есть, уважаемые зрители, не обольщайтесь. Процесса по Дюмину вы не увидите. Порядка на Юлиане не будет никогда. Налоги ни на одном из рынков никто никогда не будет платить. Я правильно вас понял, Юрий? Нет, неправильно меня поняли. Мы говорим сейчас по законности размещения объектов торговли, либо о том, что там люди работают. По законности проверок даже, да, начнем с этого. Я еще раз хочу повторить, что мы в любом случае должны действовать в рамках законодательства. На сегодняшний день только уговоров, либо там проведения разъяснительной работы, мы на этом и ограничиваемся. Нет сегодня прав выйти. Нет у вас прав против Кости Сапрыкина. Можно рассуждать и так. Нет. Хорошо, Александр, подождите, есть звонок зрителя. Вы у нас сегодня солируете, я буду бояться приглашать вас на следующую передачу. Воспринимайте это как угрозу. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы живем от построителей. Это рынок стихийный, проходит по строителей от Херсонского шоссе и до Мира. И здесь рынок загородили, уже железную ограду сделали. И вот приезжают женщины, люди из села, и вот они, понимаете, денег за место заплатить нет. И тут такая женщина ходит сердитая и охраняет с охранником. И вот она со всех сдирает, именно сдирает деньги. Но не все же приезжие бабушки с луком, петрушкой имеют сразу заплатить за место. Она их просто выгоняет нахально.
И когда вот эти, ну, прохожие заступились за нее, так она так нахамила, нагрубила эта женщина. И вот это, ну, она записывает деньги. Кто хозяин вот этого рынка? Построители от Херсонского шоссе и до Мира. Спасибо. То есть, с одной стороны, есть стихийный рынок. С другой стороны, нету вот тех социальных рынков, о которых мечтает Александр Чхайло. С третьей стороны, есть некие странные люди, которые собирают на городской земле деньги и отправляют их вниз со стихийных рынков. Опаньки, какая ситуация, Юрий Борисович. Опять комментирую я, да? Значит, сегодня, ну, у вас бенефис. От Херсонского шоссе до улицы Мира, к сожалению, у нас там 4 рынка, причем не стихийных, а официальных. Там есть 4 рынка, действительно, там это территория поделена там между 4 предприятиями там, и предпринимателями. Там действуют 4 официальных рынка. Там и ФОП Вишневый, там и Таймсет, и еще пару рынков. Поэтому я так понимаю, что жалоба была, скорее всего, на контролера, который ходил и собирал арендную плату за места, которая выгоняла действительно бабушку, которая приехала торговать петрушкой. Там. Ну что я хочу сказать. Сегодня у меня был личный прием, приходил ко мне пенсионер тоже с таким вопросом. Можно ли мы будем продавать свою продукцию, которую выращиваем на даче? Там, вот дайте мне документ, что я буду бесплатно везде стоять торговать. Mm-hmm. Ну, понимаете, я не могу дать вам, что вы везде можете стать. У нас вот так уже везде торговля одна там. Давайте, есть у нас цивилизованные там рынки, которые вы можете пойти стать там. Причем ряд рынков действительно берет небольшие суммы с такой категории граждан. Они берут там 5 гривен за место, чтобы убрать потом территорию за него. Там. И места в рынке действительно достаточно хватает. И что я могу сделать для этого человека, это единственное, что мы сегодня дал поручение начальнику управления потребительского рынка написать письма на дирекции всех рынков, чтобы из пенсионеров, это наша просьба, опять же, я не могу обязать, пенсионеров брали арендную плату в 2 раза меньше, чем со всех остальных. Что мы можем сделать? Спасибо. Так, Александр, у вас сегодня было много возможностей высказаться, а там есть люди, которые вообще молчали. Александр, ну мы посвятим целую передачу вашему самому интересному. Все, пожалуйста. Я успокоился. Спасибо. Я лучше, спасибо. Пожалуйста. Вот Игорь Пох, Александр Ухмановский, Владимир Борисович Евсеев, пожалуйста. Вот вам, вы все время пытались сказать, потом махнули рукой, поняли, что бесполезно. Говорите. В принципе, основные тезисы все были уже озвучены. То есть, действительно, для того, чтобы победить теневую занятость или теневую экономику, а это между собой очень даже сопряженные понятия, необходимо создать те условия, когда она будет невыгодна непосредственно исполнителю и потребителю. То есть тогда, когда он будет смотреть, иду ли я на работу без оформления, либо иду на работу с оформлением и делаю выбор в сторону работы с оформлением. Во всем мире теневая занятость начинается от 5-6 там, до 10-15%, имеется в виду в развитых странах. То есть тоже ее никто не отменял. Но у нас она превышает уже порог 50%, и поэтому если мы не будем повышать экономическое благосостояние нашего народа, но взывать только лишь к тому, что предприниматели должны быть настолько добропорядочны, что работать только по оформлению, ничему это не изменится. Но это опять-таки момент не для нашего собрания, потому что такие изменения должно делать государство. Это опять-таки это депутатский корпус, это тот же самый кабинет министров. И отставка так называемого министра экономики оценивается по-разному. Я лично считаю, что этот человек наконец-то покинет эту страну. Человек, который является в какой-то степени врагом украинского предпринимательства. Человек, который сделал все, что возможно для того, чтобы малый и средний бизнес и буржуазный слой как таковой уничтожить. Ну, кто придет на его смену, тоже трудно сказать. Но тут начинаются опять-таки связи, уйдут эти люди, дадут ли кредиты и все остальное. Идет уже тотальный шантаж. А по большому счету страна выживает именно за счет того, что люди имеют хоть какую-то работу. Потому что действительно, вот когда коллеги со службы занятости рассказывают, насколько сложно трудоустроить сегодня человека и какие условия созданы для того, чтобы эти люди были оформлены, мы действительно понимаем, мы все находимся на уровне выживания. Значит, в таком случае, с одной стороны, как говорит девушка, можно брать лопаты и убирать свою территорию. Когда-то, помнится, Азаров предлагал тоже такую технологию. А с другой стороны, необходимо радикально перестраивать государство в целом. И тогда будет здесь благополучие. Другого варианта нет. Мы стремительно приближаемся к концу, а следовательно, подходит время традиционных подводителей итогов. Игорь Пох, Александр Ухмановский. Ну и, естественно, будет возможность подытожить программу нашим гостям. Если есть кто-то, кто хочет сказать, да, пожалуйста, пожалуйста.
Вот у нас вопрос, да, вот мы проговорили сегодня все моменты, кто за что отвечает, вот вы как юрист областного центра занятости, вот как вы, давайте с вами вместе подумаем, кто должен отвечать все-таки за то, чтобы все играли по основным правилам, чтобы безработные устраивали, чтобы предприниматели устраивали, в общем, какова позиция от вашего ведомства, как вы можете в двух словах об этом нам рассказать? Ну, что касается позиции службы занятости, то как государственное учреждение, служба занятости действует в рамках наданных полномочий в соответствии со статьей 19 Конституции. На сегодняшний момент, проанализировав изменения в действующее законодательство, которые касаются легализации занятости, следует отметить, что действительно приняты меры государством, и ответственность работодателя существенно усилена. Уже было сказано в студии и о штрафных санкциях, которые предусмотрены и трудовым законодательством. Это штраф в размере 30-кратный размер минимальной заработной платы, что сегодня составляет чуть более 41 тысячи, и административная ответственность. Однако возникает вопрос, работают ли эти рычаги воздействия на работодателей, которые ненадлежащим образом оформляют трудовые отношения. К сожалению, в студии нет представителей управления Держпраці в Николаевской области, на которых сегодня возложены данные обязанности. Что касается легализации занятости, на мой взгляд, здесь нужно решать проблему в комплексе. Нужно каждому гражданину оценить и расставить правильно приоритеты. Риски, связанные с нелегальной занятостью, а также гарантии, предусмотренные легальной занятостью. Так, в части легальной занятости граждане должны понимать, что это связано с надлежащим оформлением трудовых отношений. Легальная занятость обеспечивает гражданам официальную выплату заработной платы, своевременную выплату заработной платы. Также легальная занятость обеспечивает гарантии, дает гарантированное право на отдых, на безопасные условия труда, пенсионное обеспечение, страховой стаж, и этот перечень можно продолжить. Поэтому в первую очередь, чтобы принимать решение, нужно взвесить обязательно все риски. Спасибо за комментарий. Спасибо. Мне говорят, что у нас осталось всего 5 минут, поэтому, господа, прошу быть максимально лапидарными. Буквально по полминуте Александр и Игорь, и наши гости подведут итог. Пожалуйста. Не знаю, уложусь ли я в полминуты или нет, но лет 10 назад заходил огромный международный фонд с огромными деньгами по борьбе с коррупцией. Они поставили на борьбу с бытовой коррупцией. Я тогда им заявлял одну очень простую вещь, что у них ничего не выйдет. И вместо 10 лет работы в Украине, они за один год, успешно потратив деньги в никуда, ушли. Освоив деньги. Освоив. Угу. Дело в том, что всем тем, кто хочет бороться и взывать к совести, и, либо же ужесточать, необходимо положить диплом о высшем образовании и вообще прекратить заниматься любой деятельностью, потому что базовый курс психологии или философии в ВУЗе предполагает знание пирамиды Маслоу. Вы пытаетесь взывать к совести, чтобы человек, который стоит на низшем пороге, на животном пороге существования, отдал то, что ему нужно для поддержки минимально необходимых витальных потребностей кому-то. Этого не будет. Понимаете? Вы можете взывать, что червивое мясо есть нельзя. Но если все находятся в концлагере, и вы в том числе будете не только есть, еще и просить его. Вы говорите, почему... То есть, в принципе, почему отдавать деньги в школу? Да, зачем вы это делаете? Для того, чтобы мама выжила, чтобы его ребенок был нормальный. Чтобы его не тиранили там. И фишка в том, что в принципе-то мать решает проблему. Но вы же хотите получить эти 500 гривен в виде налогов. Это ваша задача решать. Это ваша задача увольнять директоров. Так вот, к
Я известен не любовью к обществу. И при всем при этом я вам расскажу один случай, который подчеркнет окончательно нашу всю дискуссию. Про то, что общество у нас нормальное. Лето 2014 года, постмайданный эффект, эйфория. Выходил, была известная история, выходил, кажется, в Кировоградской области мужичок возле города на дорогу с ведром асфальта и заделал каждый день одну дырку. И что вы думаете, на второй или третий день возле него начали останавливаться автомобилисты и кидать червонец, двадцатку, сотню. Потому что они видели четко, что этот человек за свои деньги покупает асфальт и заделывает дырки. Но они, поверьте, не будут платить налоги, потому что их будет осваивать воровать автодор. Они будут платить человеку с удовольствием, который делает конкретную работу. И именно поэтому я повторюсь то, что на позапрошлой передаче я говорил. Только после того, как вы нам покажете, вы общее понятие, что вы тратите налоги правильно, только после этого люди пойдут и будут платить. И, кстати, сами будут сдавать тех негодяев, которые вот укрывают. Саша, я продолжу эти слова комментарием зрителя. Сейчас при децентрализации вопрос уплаты налогов становится актуальным как никогда. Это бюджет области и города. Это качество нашей жизни. Но после таких заявлений чиновников желание их платить не появляется. Но я полагаю, что идет речь о том, что нет у нас методов против Кости Сапрыкина. Вот будет хоть один процесс, может и доверие к власти появится и желание платить налоги. Игорь, если ты уступишь свою реплику, я тогда попрошу все-таки подытожить наших гостей. Ну, пожалуйста, господа. Ну, очень кратко, да, то есть, возвращаясь все-таки к теме сегодняшней передачи, это взаимоотношения работодателей и наемных работников, да, то есть, с одной стороны, мы понимаем, ну, выход на самом деле очень простой. Первое, это справедливая нагрузка на заработную плату для работодателей, да, которые, допустим, они там смогут спокойно, безболезненно тянуть. И с другой стороны, это ответственность непосредственно наемных работников, которые также заинтересованы в том, чтобы они получали официальную заработную плату, которую они спокойно потом могут тратить, не боясь, что их завтра спросят, откуда они хотят деньги. Вот и все на самом деле. Спасибо, Юрий Борисович. Вы сегодня у нас главный ответчик за всю власть. Да, сегодня очень много. Говорил, рассказывал. Там, может, да, действительно кто-то там скептически относится там, к моим высказываниям. Но все равно я взываю все-таки к совести наших предпринимателей, к совести наших руководителей предприятий. Оформляйте людей, пожалуйста, платите налоги в бюджет. А контроль за средствами, мы же ничего не закрываем. Пожалуйста, можете контролировать, приходить, мы открыты. Любая сумма, куда она уходит, пожалуйста, контролируйте. И даже мы скажем большое спасибо, если вы будете нам показывать, помогать, да, где воруют эти деньги, там, и указывать на это. Мы за то, чтобы навести действительно порядок в городе, и чтобы к власти вернулось доверие народа. Когда накануне выборов у меня здесь сидел Александр Федорович Сенкевич, он говорил о том, что, у меня в студии, да, что одним из первых шагов новой власти будет, собственно, вот создание портала некого, на котором все это будет видно. Поэтому я думаю, что не кто-то к вам должен приходить и спрашивать, а вы должны все это показывать и рассказывать. И тогда, поверьте, и обратная связь появится, и налоги платить начнут, и все остальное. Поверьте мне, все это создается, я говорю, вы будете приятно удивлены там в ближайшее время, что действительно в городе делается. 1 апреля это посолтится, да. Это в открытости власти, действительно, это не слова, действительно все это делается, это все создается, работают IT-волонтеры. Поэтому все это будет видно. Спасибо. Очень хочется в это верить. И это правда, это хорошая новость. Я надеюсь, что она, вот, будучи здесь озвучена, получит свое продолжение. Поверьте, мы об этом обязательно с удовольствием и расскажем, и покажем. Руслан Алексеевич. Ну, служба занятости работает. Мы стараемся. За прошлый год, за 15-й, мы трудоустроили где-то больше 3000 жителей нашего города. Допустим, что у нас добавилось еще переселенцы, ребята, которые вернулись с АТО. Мы убеждаем, отправляем на обучение, переобучение наших граждан, кто хочет и кто не хочет, даже мы пытаемся убедить. Некоторые даже граждане открывают свой бизнес, как бы то ни странно, открывают предпринимательство и работают. Мы стараемся. Да, очень трудно нам, пытаемся убедить и предпринимателей, и работодателей, и безработных, что надо работать честно. Чем мы занимаемся? Спасибо, Людмила Григорьевна, Ирина Александровна, и мы заканчиваем. Согласно закону общеобязательного социального страхования на случай безработицы, хочу призвать работодателей, пользуясь случаем, чтобы подавали нам вакансии в службу занятости с хорошей заработной платой. И верю в то, что только благодаря общественности, власти и
хорошей законодательной базе, все-таки, ну, понятно, что мы не победим этот вопрос, который мы сегодня поднимали, но, тем не менее, мы придем к какому-то консенсусу. Северина Александровна. Ну, я могу призвать наших граждан к тому, только что время идет, и обращение в пенсионный фонд все равно неизбежно, к сожалению или к счастью. И думаю, что присутствующие в этом зале социально защищены, но есть большая категория людей, которая чего-то лишена, поэтому, пожалуйста, думайте о своем будущем. На данный момент 15 лет страхового стажа обязательны, без них вы не получите пенсию, дети не получат пенсию, если, не дай бог, что случится с родителями. Существует возможность просто прийти в пенсионный фонд, есть веб-портал, обратиться, зарегистрироваться. Все можно проверить сейчас, все это тоже опять-таки в электронном режиме, в любом. Приходите, обращайтесь, проверяйте, думайте о своем будущем. Дякую всім, хто був з нами. Дякую всім, хто відповідав на питання. Дякую всім, хто тримав удари, а їх було сьогодні чимало. Дякую за представникам влади, різних гілок влади, за відкритість, адже це справді є запорукою того, що люди принаймні почнуть потрохи вірити цій владі, якщо влада справді не тільки щось обіцятиме, а ще й демонструватиме, що ці обіцянки не розходяться зі справами, то я впевнений, що і податки будуть сплачуватися, і нарешті з'явиться та ситуація, при якій люди будуть справді вимагати білих прозорих зарплат, при якій люди будуть навіть з гордістю сплачувати податки. І коли вони нарешті скажуть, це моє суспільство, я його утримую, я за нього відповідаю. І це справді справа кожного з нас. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. Буде дуже цікаво. На все добре.